dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming close for a taste. Так, мы в эфире, раз, два, три. Всем привет. Добрый вечер. Так, добрый вечер, здравствуйте. Так, ща. Сядем поудобней, что все пока. И стрим залагал. Так. У вас интернет пиздец вообще. Так, телеком. Родной этот телекомчик. Алло. Да, я тебя слышу, но не вижу. И мне интернет упал. А у меня работает это окошечко? Вот, все, появился. Все, я есть, да? Я думал, у вас интернет. Все, это у меня. Так, нормально, нормально. Как нас слышно? Я на стриме есть? Ну, картинка есть у меня на стриме? Да. Да. Пока не вижу. Я вижу. А, все, 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 вижу, вижу, вижу. Пошел народ. Ку-ку-ку-ку-ку, всем привет. Первая совместная трансляция на моем канале. Технически это было сделать пиздец как сложно. Ой, да, не преувеличивай, легко все. Ну, мне легко, я стоял и смотрел, как все подрубают. Он, кстати, Макс за нами. Макс, помаши всем ручкой. Огромный респект Максу. Макс все подключил, подрубил. Я сижу как в корабле каком-нибудь космическом. Все вижу. Кто не в курсе, я делаю совместные стримы. Поддержку полнометражного фильма, который выйдет осенью. Этой осенью уже, да? Мы в 2019 году с командой сняли полнометражный фильм художественный. И осенью выходим в прокат. У меня месяц стримов в поддержку этого фильма. Первый приглашенный гость — Даня Кашин. Здравствуйте всем. Вот. Дыня. Дыня. Кто не в курсе, мы с Даней работали в прошлом году, сняли клип на трек «Пинг-понг». Вот. Да, было дело. Было круто. Есть видос на моем канале, как мы это снимали, как мы это делали. И есть клип у Дани на канале, короче. Вот. Кто видел, пишите плюсики, ставьте там. Кто смотрел... Вот. Так, дашь мне буквально пол... Да какой? Несколько секунд, сейчас за водой схожу. Давай, давай. Давай, сейчас буду. Пока Дани нет, я расскажу, что... Кто я есть такой. Меня зовут Булат, я режиссер. Я снимаю фильмы, клипы, рекламу. Вот. Недавно мы сняли фильм. Ну как недавно? В 2019 году сняли. Но из-за пандемии мы перенесли премьеру. И вот-вот-вот должен выйти фильм. Нормально у тебя водичка? Да. Фрутоняня. Помощь маме и папе. Отлично. А что, у вас, получается, 3 года фильм мурыжился, да? Блин, на самом деле это нормальная история. То есть, если снимать полнометражный фильм при должном финансировании, то есть, когда у тебя дохрена бабла, это 1.5-2 года. Mm. Вот. У нас было не так много денег. Мы еще вложили свои, сейчас еще довкладываем, собираем на продвижение постпродакшн. Это касательно, куда пойдут наши донаты. Вот. И уже осенью выйдем во всех городах-миллионниках, то есть 17 городов. Скорее всего, будут премьерные показы в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, Новосибе. Вот у нас пока 4 города основных. То есть мы приедем с командой. Сделаем предпремьерный показ и потом уже запустим это в прокат. Потом уже стриминги,
это Иви, это Кинопоиск, ну и все, все, кто, короче, согласятся. Это большое полнометражное кино. Сейчас, кстати, а ты не видел трейлер? Я тебе не скидывал? Нет, нет. Есть официальный трейлер, давай его посмотрим. Давай. Вот. Так. Как это делается? Ага. Я все вижу, если что. Все. Уже. Пришло? Пришло. Это официальный трейлер, он пока закрыт, но его как бы официально нет, и я его чисто на стримах пока показываю. О-о-о, продались. Мы сами все придумали, а сейчас ты что, струсил? Прикинь, если он меня увидит. А если узнает, мы просто раздобудем денег. Тайком. Если ты хочешь, чтобы что-то изменилось, то надо пойти. Что, на гитаре-то тяжело учиться играть? Ну знаешь, кому как. А меня научишь? Давай попробуем. Деньги есть? Куда ты пойдешь? Мне все равно. Куда ты пойдешь? Понимаешь, там, куда я иду, ты не нужен. И вообще от этого только одни неприятности. Мне, да? Тут на машине приезжали, ездили, всех спрашивали. Я вам больше всех верил, понимаете, да? Больше всех доверял. А вы... Я не могу сидеть на лавочке и ждать, пока он вернется. У него есть... Да, ребят, про меня фильм сняли. Я тоже с детьми постоянно бегаю. Короче, такое кинцо. Это семейное кино с элементами приключений и комедий. Кстати, касательно продался, не продался, Минкульт первый, кто нас поддержал. Вот. И пока единственный. Вот. Все остальное — это поддержка друзей, команды и личные средства. Вот. История длиной 10 лет я бы назвал, потому что я... Когда на первый курс поступал, вот у меня была мечта снять кино полнометражное. Считай, в 2009 году я поступал. Вот. Нормально. Старик получается. Ну, типа того. Так что всех ждем. Скорее всего, это будет 28 октября. Вот. Это день бабушек и дедушек, а наш фильм посвящен всем бабушкам и дедушкам. Вот. Вообще, что, как у тебя, Дань, дела-то идут? Нормально, работаю. Вот собираюсь на ютубчик возвращаться. Сейчас уже планирую в Москву. О, кстати, после стрима обсудим съемки. Скорее всего, уже в начале июля. Ну, если вы будете свободны, надо кайф, будет поговорить. Кайф, кайф. Вот мы, короче, в июле у нас был тендер, мы его сегодня прошляпили, честно говоря. Мы должны были на Северный полюс ехать. Нихуя себе. На ледоколе атомном. Вот. Там же эта же поездка стоит просто бешеных денег. Ну, если так просто. Да, да, да. 40 тысяч, короче, с человека. Yeah. Вот. И у нас должны были команды, там 4 человека, получается, 3 оператора, режиссер ехать. Там, типа, детей везут Росатом какое-то мероприятие. Mm-hmm. И вот они 10 дней на ледоколе, короче, туда куда-то едут. Вот. Ну, короче, посмотрим, да, главное, чтобы вы это самое в июле могли... Ну, короче, придумаем, ладно. Ну, в общем, на ютубчик возвращаюсь, сейчас альбом буду писать. Вот уже через чуть больше 2 недель уже сажусь все альбом писать. Это альбом Дани Кашина или Лил The Neil? Дани Кашина. Лил The Neil попозже будет. Отлично. Ну и клипчик надо снять, да? Да, да, надо. В обязательном порядке. Это правда. Так, что мы сегодня будем делать? Я нашел чувака. Давай. Богдан Богданов. Очень интересный чел. Он где-то за Байкалье живет. Да? Где-то там. Вот. И снимает. Чита. Постоянно снимает, короче, чел. Постоянно снимает короткометражные фильмы. Полнометражный даже какой-то есть фильм.
Что еще у него есть? Сериалы. Я наткнулся на сериал, начал смотреть первую серию, тут чуть-чуть пролистал. Сериал называется «Угонщики». Так. Четкие угонщики. Я так понял, что это угнать за 60 секунд. Только вот такое суровое. Ну, это как раньше было на Ютубе, знаешь, всякие дети 90-х, вот эти любительские сериалы. Там вот эти все темы. На самом деле эта тема живет, оказывается. Это все свежак. То есть, это есть вот... казахи, которые снимают фильмы, забыл как их. Они сняли... Как же этот... Ирина Кайратова? Нет? Не помню. У них фильм про чувака, который переехал в новый район, связался с плохой компанией, а потом начал типа против этого всего, до улицы все гнать. Как же он... То ли «Дворы» назывался... Я понял, полнометражный фильм, да? Да, охуен, вот они, вот у них и сериальчики есть, вообще мега круто снимают. Что-то улицы, что ли, ну что-то такое, короче, да-да-да, я видел. Кстати, что интересно, у казахов, у них, видимо, 90-е до сих пор живут. Я вот все казахские фильмы, которые видел, они все про разборки, про пацанские какие-то темы. Ну это фольклор, грубо говоря, даже. Я, короче, как-то раз был на фестивале, и там был парень из Казахстана. «Районы» подсказывают. Во, «Районы». А, охуевший фильм, очень классный. И, короче, был парень из Казахстана, и я говорю, слушай, я не помню, там, Манбек, не Манбек, короче, ну вот такое имя у него было. Я говорю, а что у вас, только про 90-е снимаете, только разборки? Он говорит, не-не-не, у нас есть там и комедии, и фильмы про любовь, и драмы. Я такой, здорово. А я говорю, а ты чем приехал-то? С каким фильмом? Вот, у него фильм назывался «Разборка». Тоже пацанская тема. Я потом следил за ним еще ВКонтакте, и он продолжал снимать эти пацанские темы. Ну, есть еще вот тоже любительские узбекские фильмы. Они тоже очень там, у них индустрия в этом плане развивается. Любительская именно. Ну, Средняя Азия вообще, ну, вот в принципе, азиатское кино топ. Раньше, я помню, еще там года два назад постоянно в трендах был фильм какой-нибудь узбекский. То есть там у них тоже это прям процветает все, движуха. Вот. У нас в Татарстане хреново все это процветает. Это правда. Вот. Чтобы вы понимали, вот мы сняли в 2019 году, но до сих пор мы пока не из лучших в плане техническом плане, в плане вообще так. И я тут тебя нашел. Спасибо за донат. Говорят, качество у меня говнище. А ты можешь в настройках OBS, в фильтрах, вот на меня, нажать на мою вебку фильтры и отключить коррекцию цвета? Так, мне кажется, давай. Она качество говнит. Я вот просто лут это, оставим типа и все. Я вот так, смотри как умею. Сейчас. А я не вижу, как ты умеешь. Я не показываю экран. Отключи настройки цвета у Дани. Просто, да, Макс, выруби коррекция цвета, лут оставь, все. Ты такой грустный стал. Максимально серый. Ты видишь себя? А лут что он вырубил? Включи лут. О. Ну вот так. Ну такое, блядь. Ну ладно. Не, давай коррекцию выключаю, лут оставляю. Вот. Еще нормально. Короче, обновляй периодически, зачитай, что пришло. Так. Мне говорят зачитать донаты. Я тут нашел тебя, Даня. Вот так. Привет из Электростали. Артем Артемова. Рад тебя видеть, Электросталь. Даня. Электросталь. Вопрос к директору. Скажи, как... Изначально вкатился к съемке клипов, да? Ну как, есть такой Максим Ревьюзор, если знаете, он еще интервью брал у Дани, там кого-то еще брал, вот он. У всех, короче. У всех брал интервью, парень красава. Ну да, мы очень давнишние друзья, даже чересчур давнишние. Я не знаю, мы друг друга знаем с года 12-го, по-моему, если не 11-го. Да. Лет 10, наверное. Если он кто-то, меня вот с Русланом познакомил. Которые помнят клип «Мои псы татары». Да, это он снимал. Это все первые клипы мне Макс снимал, да, это правда. Вот. Я помню, он еще приходит, я тогда преподавал в универе, а Макс у меня учился. И он такой, смотри, я клип снял, и показывает это. Я такой, чё? Чуваки какие-то на фоне ковра, вообще чё происходит? Ну культово стало, культовая штука. Ты его скрыл, да? Ну нет, его можно найти на Ютубе. Меня преследовали за него же, там проблемы были. Ты поэтому в Питер уехал?
Не-не. Я спокойно по Казани ходил, просто угрозы постоянно ловил. Вот. Так. Ну, а так просто, да не, потом скрыл, потому что просто стыдно стало уже. Ну, вот, такого качества я бы не хотел, чтобы у меня клип был на канале. Понятно, бы все неопытные были. Ну, надо с чего-то начинать. И так. Песня ужасная, и сняли так себе. Ну, хотя сняли для того времени, ну, блядь, более чем нормально. Там у всех говно клипы были. Так что, да. Так, спасибо за донат. Донаты прилетают. Ну что, будем смотреть? Да. Богдана. Да. Эй, да. Богдан! Богдан, богом, дан. Все. Максимчик нам еще донат отправил, красава. Так. Пам. Пам-пам-пам. Погнали, надо найти сейчас. Представляешь, он все постоянно снимает. У него столько энергии, сил. Вот в этом респект вообще, чувак. Старается делать что-то. Так, короткометражный сериал «Угонщики», первая серия. Ну там трэш, как я понимаю, да? Там очень прикольно, очень. Так. А Доширак спрашивает, кто снимал? Руслан Крызимегахов, реально. Не было, некому камеру было держать, он держал. Так, что, у тебя звук есть? Слышно всем? Да-да-да, я все слышу. Давай, погнали. Пультик. Хорошее операторское решение снимать ноги. Сейчас будет. Тут уличный запон канает, это жизнь такая. Ты кто? Ты кто? Ты что тут делаешь? Стой, бля! Слышь? Ты что? Стой, бля! Слышь, я что, не с тобой разговариваю? Это ролики в интернете он сейчас переснимает. Я видел такие, где дорогу переходили. Да, по капоту проходит. Да, 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 это реально просто ролики из интернета он берет. Ну прикольно. А ты пил или что? Ты видишь красный, а что по-твоему, по тачкам должен был ехать? Ты назад посмотри, человек вплотную подъехать, мне надо было по крыше идти или по капоту твоему лезть? Да мне вообще хуй, не трамвай, обойдешь. Тебе вообще кто право давал тачку мою залазить? Да мне тоже похер, если ты такой умный, что... О, кстати, кто не в курсе, вот это есть Богдан Богданов. Это он сам, короче, снимает и сам во всех своих фильмах снимается. Еще Тарантино. Сценарий пишет сам. И, видимо, монтируют тоже. Тротуару не ездишь, тоже бы ехал, люди бы ходили, а ты им пикал такой, нормальненько было бы тебе, классненько. Бля, как Тарантино пишет диалоги. Слышь, бля! Бля, еще машина была бы нормальная, не сам патрон, блядь. Смотри, какие титры. Ебать. Угонщики. Здорово, пацаны! Что делаем? Просто мусор. Вот это типичный автосервис, короче. Здорово. Че, сняшку готовим, пацан освободился. Знакомься. Богдан? Зэк. Видишь, он даже имя не меняет. Пацан, говорит, освободился, говорит, а как погонял, зэк. Здорово. Они вообще не парятся. Я говорю, вот этот чувак, он во всех фильмах Богдан. А я вот этот самый, я вот, ну, вот моряком работаю. Как погонял, моряк. Вот тут примерно. Ну, типа. Зэк? Зэка. Зэка, зэка, понял? Зэк, не понял? Жека, ё-моё, Жека, просто Женя выговаривает. Видишь? Ну это был юмор, если что, я понял. Здорово. Так, Максим все просит проверять донаты. Я человек неопытный. Мне донаты... А Максим такой, он только о донатах и думает. Максим просто монтировал часть фильма, он думает, что ему что-то перепадет. Я бывший коп, погоняла коп. Так, Самуся, покажите, пожалуйста, когда премьера и где можно посмотреть. Короче, премьера, предположительно, 28 октября, но это пятница. 27 октября, получается, четверг, мы начнем премьерный показ, либо ноябрьские каникулы, потому что не от нас все зависит, будет зависеть от прокатчика, когда они поставят этот фильм. Вот. Мы говорим всем осень 22-го года во всех городах-миллионниках, короче.
это там 17 городов, и все наши ближайшие республики, это Татарстан, Мариэл, Башкирия, Чувашия, вот. Залезем везде, куда можно. Но если что, кто-то не успеет посмотреть, это можно будет глянуть на Кинопоиске, на Иви, ну, на других там онлайн-ресурсах. Надеюсь, на Ютубе он не появится. Потому что у нас есть опыт, чуваки, короче, снимали фильм. Он есть на Иви, и он также есть на Ютубе, типа. На Иви он платный, на Ютубе он бесплатный. Пользуйтесь. Такой, да, часто делают такой. Вот. У СТБ же там половина фильмов на Ютубе лежит. Да. Старых. Да. Ну это охуенно. Договор расторгнут. Договор с кем? С кем? Да это там, забей. Внутрики наши. Внутрики. Мемы. Вот. А все, тема с Тимуром все прошла, нет? Да вот все узнали, что меня на самом деле Тимур зовут, вот. Расстроился. Вот. На самом деле, да, когда он приезжает, все Тимур его встречают прям. С аэропорта, да. Табличка Тимур. И все, чтобы не палился. Погнали дальше. Так, капуста. Так, это же не считается нарушением договора. Так что все нормально, это не считается нарушением договора. Давайте погнали смотреть Жеку, Зеку и Богдана. Так. Пацан. Жень. Сам не курю с вами, тупее уже. Что, обоссался? Да не, прикинь, на перекрестке пацан подъехал, дорогу перегородил, через него прошел, кофе ему влил. В смысле, в тачку залез? Что, место? Да не, просто всю жизнь так хотел сделать. Он насмотрелся этих видосов, всю жизнь хотел. Ты не раздевайся, я съездил за частями. Что, ты обоссался или что? Там Марк мой привет, очередной. А, ну хорошо. Бля, звук разъеб вообще. Слушай, тачка у него хорошая. Это Марк, охуенный Марк. Марк или Чайзер? Не, по-моему, это Марк. Марк. Я же говорю. Так, оператор не задает, чувак. А вон он отражается. Кстати, кто будет смотреть фильм... Есть один момент, где Артём, оператор наш, тоже отразился. Там, а что вы не убрали, это же легко. Буквально доли секунды просто, доли секунды мы решили это оставить. Это, знаешь, такой момент был в фильме «Юшку», знаешь же трассу? Конечно. Там, ну, «Юшка», короче, у нас одна из центральных таких больших трасс, там 4 полосы. И он такой: так, мне нужен новый ракурс. И просто в час пик выходит на середину дороги и ставит камеру такой. Все, не ездить. Вот. Нихуя. И так сняли. Машины стоят, ну, типа, все было как бы максимально организовано, но не настолько, чтобы прям сразу убегать на трассу. Бля, сейчас опять задает оператор. Блин, а ему-то что здесь надо? Кому? Жесткая прятка надо. Из окна, хватай. А, они водный делают, понял. Ну, видишь, нормальные номера, кстати, еще сделали, видимо. Хорошие. Так, ну это местный авторитет какой-то. По всей видимости. Давай-давай, на пасек еще оба. Бля, и снэпбэк еще у него, кепка такая крутая, пиздец. Здорово, бандиты. Здрасте, я Серёжа. Блять, ничего не меняется. В рот мента, мента. В рот? Да. Это кто? Нормально, с вами говоришь. Короче, пацаны, есть тема. Так. Человечек, вот его машина. Да. Нужно сделать до утра. Что, сможете? Понял, заказ, да, прилетел. Да? Хорошо делаем. Да, но я тебе с телегу скину все. Все, понял. Машину куда поставить? Да куда-нибудь во дворы, где потише. А что у нас отстойник пустой же, может, туда поставим? А ты не помнишь, что было в прошлый раз с отстойником? А, ну, помню. Совсем себе хуйню эту пили, блядь. Я вообще сегодня не покурю, что ли? Покуришь, мальчик, покуришь. Покуришь, говорит, переживай. Так, наш вернулся. А что он без номеров-то, кстати, есть? Да, кстати. Палец. И куда он уехал? Почему, бля, так странно? Её запчастями, по-моему, отправили. А.
поездил, себе. А че он приезжал? Че, ты его тоже встретил? Ну я когда уезжал, видел его. Ну да, сегодня надо по машине сработать. Видел на тачке катушка, то ли че он постреливает? Да, катушка какая-то не работает, на вычислить какая-то. Чувак, Жека просто трется, он, по-моему, еще ничего не сказал. Вообще нихуя пока непонятно. Че, как вычислить? А ты же не в курсе? Ты что, не знаешь, как искру вычислять? Не знаю. Реально не знаешь? Не знаю. Погнали, пацана, научим. Если ты же на автосервисе теперь работаешь. Теперь они, походу, его будут учить, как тачки чинить. Он такой думал, сейчас дела мутки будут, тачки будет угонять. Будет он их чинить. Да он такой дурачок в шапке такой, с капюшоном, чистый торчи такой. Короче, смотри, принцип достаточно простой. Машина старая, и тестировать будем по-старому. Сначала нужно делать, открыть капот. Видишь, вот эта катушка. А чё, там плед лежал. Брали? Да, да, вон да, она да, слева да. Висит. Блядь. Косяк. Ну ладно. Её держит 10-й болт. Её надо сначала открутить и потом попробовать. Давай, Лёха. Короче. Нормально, GZ-ки ездят, хорош. Приезжает тебе машина на автосервис, да? Угу. Говорит там, у меня что-то не дорабатывает. То вот первым делом просто берешь у человека, снимаешь там, если у него бронепровод, с катушки выдергиваешь. Ой, со свечи. Вот. Сука, и потом блядь. Просишь и прям либо удлинитель туда вот так. Оператор устал уже стоять, видишь, камеру выключил. Да, ставишь, да мега душно, типа он говорит. И он все, а человека блядь. Просишь, чтобы он стартером прокрутил. Угу. И тогда мы завел, есть искра. Да, и поймем, рабочая катушка или нет. Сейчас вот держишь, ну, чтобы тебе вообще понять ощущение, рабочая это или нет. Да, держишь автоподбор. Внимательно. Держу. Леха держит. Держит. Что это было? Ты видел? Что это? Что, блядь? Они вставили из этого один дома чувака, походу. Сейчас вот держишь, ну, чтобы тебе вообще понять ощущение рабочее. Я думаю, они его так подкололи. Держишь внимательно? Держу. Леха держит? Держит. Да. Да, блядь. Смотри, сколько народу. Смотри, вон. Ага. Смотри, маркообразно, сколько. Что, давай залетим или чего? Давай, смотри, это походу эти как-то нелегальщики, да? Вторая группа или что? Читинская, нелегальная? Так, что тут? То передает привет, кстати. Давайте, Ангелина, ты тут. Передаю привет Олесе Исаковой и Пеньку. Пеньку, да? Знаешь таких, Максим? Нет, я тоже не знаю. Ты тоже не знаешь? Но в любом случае мы передаем всем привет. Погнали. Так. Да. Че, поехали, может, познакомимся? Ну так ты есть время. Ну давай заскочим сейчас. Ты сейчас все сделаешь. Неудобно что-то. Все, заглох. Ты что, заглох или что? Да блин, неудобно, подожди, в этих хунтах. В каких ментах тебе неудобно? Вон там, блядь, говорю, блин, в ОМОНе, блин, ты что не видишь или что? Это сейчас юмор был, видишь, они менты, унты и все тому подобное. Вон так, но понял. Я не понял, а что такого смешного? Где ты вообще, как? Он прям в камеру смотрит. Четвертая стена. Можешь сопоставить, унты, менты, ты мне скажи. Блин, он как будто мне реально говорит, вот какие-то предъявы мне кидает. Хочешь поугарать, давай поугараем, просто здесь что смешного? Да ладно, я угараю, что ты напрягаешь? Ну, заглох, да заглох, с кем не бывает. Смотри, они куда-то поехали. Поехали сейчас за ними, и все. Давай. Да кто они, блядь? О, это же этот, Моргенштерн. Блядь. Но не Моргенштерн, да. Бля, когда он вообще, он когда монтировал, он такой, бля, было бы охуенно именно вот эту песню ставить. Мне просто кажется, ты ужасно. Уколешь какой-нибудь местный. Вполне, кстати, вполне, да. Бля, ну и хуй-то. Да ты шо, такие скидрифты и начал. О, ну вот это лишь Они бы хотя бы местечко по атмосфере не нашли, парковку какую-нибудь, знаешь, что-нибудь такое. А мне кажется, ну, там нет, это же где-то в жопе. Ну понятно, но все равно как-то хотя бы закосить под токийский дрифт или типа такого. Цыга за красный. Мне кажется, наркоман гоняет. Так, что-то резко у них прервалось, монтажер что-то, видимо, спал. Пойдем вверх. Ну что, волнение? Ну что, ты видишь кого-нибудь, не? Волнение пропало? Да не, есть мандраж какой-то. Накатим?
Я только об этом подумал, да. За рулем? Не, он же слева сидит, а руль справа, все нормально. А, точно, все. Блин, не могу, мне сейчас тошнит с этой песни, вам. За три, сейчас он охренеет, как я научился. Сейчас что-то будет. Сейчас сюжет. Сейчас исполнит. Да. Погнали. А, это тот авторитет едет. Да, это его тачка. Опа, все, и попал он, короче, на бабки. Все, блядь, да, сейчас выйдет Валера. Не, ну отчасти я же сказал, что дядя Сережа охренеет. Мне кажется, вот он хоть и не охренеет. Ну что, догонял? Догонял? Догонял. Машина новая, с салона. Ну, я так понимаю, что я сегодня бесплатно работаю. Сегодня? Хуй. Ну они же типа должны тачку угнать сегодня. Mm. Вот. Вообще, я думаю, вот эти первые 8 минут это показывают персонажи, герои, атмосферу. Ну, раскрыли всех, да, я всех запомнил и так далее. Ну, Богдана ты по-любому запомнишь. А у него же нет ничего на тачке. Стой, 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 вон она, по-моему. Да-да-да-да, вон она. Все, вон она. Блин, я думал, они какую-то новую тачку будут угонять. Это просто старый Марк. Так, Ванька, погнали. Это, да подожди, подожди, как действуем? Давай тогда, получается, что, вы уходите? Давай повыше ты. Давай, ты на шухере встанешь. Ванька, да. Пошли. Что, звоним? Можно? Да, конечно. Чего убрать, не брать? Эпоху, пошли. Давай. Сканер взял? Да. Зачем столько людей, чтобы одну тачку угнать? Охуенно еще ехать, угонять машину на марке на GZ, который двигатель просто на всю улицу. Не, вообще а без палева. Никто не живет же, вон слева дома вообще. По всей видимости, да. Тогда откуда здесь эта машина стоит? Просто, ну, чел припарковался и пошел через 50 кварталов домой, да? Ну, может, он там живет на самом деле. Есть же люди, которые покупают тачки на все деньги, короче. Вот, а жить негде. Долго, долго, вот это все можно вырезать. Ну если атмосфера нагнетает, можно как-то составить. Подожди. Чё? Зато типа снято все одним планом. Да, ты слышишь, да, машина просто орёт. Так, все, у нас окей. Ну, естественно. Так. Дай, садись вперед. Что я слышу? Что-то пацаны как-то слишком гладко все идет. Ну, будем надеяться на удачу. Ну вы постойте, ну, еще нет. Чуть-чуть. А нахрена вообще люди в багажнике? Если будет кипиш, они же типа не убегут. Не хочешь? Конечно. Ваня, иди посмотри под капотом, что там? Угу. О, они сейчас ее ремонтировать начнут. Не открывается. Там детский режим, сейчас погоди. Детский режим? Детский режим. Чувака. Я выписал обратно все. Организовано. А, типа просто у нее дверь не открывается. Да. А там тачка-то вообще огонь, ты прикинь, какое состояние. Огонь, пиздец, двери не работают. Я понимаю, что тачка огонь, состояние огонь, но нам вообще сейчас это не важно. Нам надо ее откатить, мы в центре города стоим, у нас времени. В центре города, я не понял? И вообще в обрез, сейчас прикинь, выйдет хозяин тачки, и что мы скажем? Чего мы скажем? Я вообще таких рублей никогда не видел. Ты что, прикалываешься? Бля, я вообще нихуя не вижу. Иди назад, сядь, ты реально вообще напрягаешься. Просто. Слушай, я тоже бля, хотя бы фонариком от телефона посветили. Нихуя, я руль вижу, как блестит, и все. Бля, у нас было, короче, такое на съемках. У нас не было с собой оборудования. Ну, типа, дневная смена должна была. Она затянулась до вечера. И надо было снимать тачку изнутри. Ментовский бобик. И не было вообще каких-то панелей с собой. И Артем взял 7 айфонов. Связал их, ну, все, да, скотчем, включил фонарик и прилепил к этому. Можно, конечно.
Че, может, слышно песню? Зэк, ты еще здесь? А почему они его Зэком называют? Он же Зэк себя называет из-за того, что Жэк. Да. Же не выговаривает. Они-то выговаривают Же. О, сейчас что-то будет похоже. Музыка закона каменных джунглей. Ты что тут делаешь? Что опа! Вот и хозяин. Ты что делаешь? Все, попались чуваки, короче. Круто, он на стрёме стоит. Сид под фон качает, я махаю. Что случилось, пацаны? У него же дверь типа не открывается. Так, это хозяин. Это, видимо, хозяин. Зэк! Ты чего ты делаешь? А типа через перед он не мог выйти, да? Ты чего, пошли? Он протер еще. Зэк у них самый тупой, по-моему. А он реально все это время просто сидел, знаешь, такой. Ну, не пытался спереди, из передней, ну, вперед перелезть, вылезть. Не, он просто сидел такой, ждал, пока такая судьба у человека. Давай, еще дрифти, еще, маловато дрифти. Вы что сделали? Вы человека убили! А, убили. Видишь, типа кровь еще есть. А это кто им сказал? Вы че, бля, я ничего не понимаю. Это голос Богдан Богданова, запомни его. Все предложения также выхода новой серии Инстаграм Богдан Нового авто. Предложение закончено. Здорово. Так, переходим к второй серии. Просто ужас, нахуй. О, нифига, смотри, как начинается, прикольно. Типа уже весна, видимо. Да, смотри, уже. Все прошло. A long time ago. Бля, мне кажется, у них вот все вот в центре все так вообще, все города, видишь? Да, по-моему. Ну Чита же вообще, там же Варламов даже ролик снимал, как там грязно. Там все в мусоре. Опа. Блять, сука. Все это коррекция, конечно, не сделала. Ты понял? Это ему снится. А-а-а, блять. Вот он спит, короче, вот справа. Да. Девочка снял. Опа! Слышь, ты что, охренел или что, блядь? Так а ты что мне первый-то втащил? В смысле я тебя втащил, блядь? Я открыл, лучше дверь там кто-то стучит. Мне кажется, у них не было вторых дублей, они все с первого дубля записывали. Да, факт. Ты что мне втащил? В смысле я втащил? А флешки не хватит. Все, так. Опа! Нормально, сразу с утра пиво. Это вот я уважаю. Всегда такое. Так делаю. Ну что, спите еще что ли? Че? Че в шапке-то? А? Вчера не топили. Че ты все же? Всегда в шапке. Ну, Честер плакат. Все нормально, я живой! Там же был зеленый баллон, бля, я пиздец, я в ахуе. Баллон тут только что открывал зеленого цвета. Сейчас он вообще обычного. Прозрачный. Порт, ты выполнил. Это, пацаны, че, может, по чаю? Да не, я на пиве. Не, я тоже по пиву. Сейчас. Да приедь, по пиву, может, по чаю.
Ну, давай тогда чай. Ну, они такие, знаешь, Антоха и Вован из реальных пацанов, короче. Мне кажется, просто... это были прототипы, наверное. Вот. Мне кажется, это копии они, ну, прям, они под них и косят. Такие, что-нибудь сейчас вот прям как реально пацаны снимем и прям... Это Антоха это сказал, это... Слушай, ну... у них на самом деле неплохо по просмотрам, 60 тысяч просмотров. Нихуя. То есть, достойно вообще. Ну, не, это Антоха на пиве. Заставка у них нормальная. Единственное, на что бабки хватило. Почему у... Ну, вон, пацаны, дядя Серёжа приехал. Типа, они гонщики, но они угоняют тачки. Ну вот. Так, приехал главный, всё. Бля, он всегда так агрессивно приезжает. Да, они спокойно вообще не ездят, походу. Реально главный. А ты чё, он так, на улице, плюс 12. Или ты с этими даунами курить начал? Осуждаем. А, подожди, поддерживай, уже похуй, мы же на Ютубе, нормально. Вы что вчера наделали? Ты видел оплевуху, да? Полысни, да. Что наделали? Там случайно так получилось. Я рот ебал вашу случайно. Чьи это ключи? Я, сука, не удивлюсь, что это твои. Вы совсем охренели уже. Вы почему оставили ключи? Игра актерская. На месте преступления. Я своей репутацией рискую дауны. Чё молчите? Так а что говорит этот Серёжа? Мы в этой ситуации... Во-во-во-во, прям этот, Колян из реальных пацанов. Первый раз. Первый раз. Свали. Такие трени, как, блядь, футболочки. Блядь, я у вас тут мандавушек не нацепляю. Да нет. Мандавушек, блядь. Ебать, тебя не подцепили. Короче, слушай... Мы ничего не подцепили. Слушайте сюда, дауны. Я своей репутацией жертвовать не хочу. Понятно? Ага. Вы в курсе, что уголовное дело на вас уже заведено? За вечер просто завели дело. Просто. Не, это уже весна же. А чё ты тогда, ну, сейчас типа, приехал, типа? Он только сейчас узнал, что ли? Ну, силами собирался там, репетировал речь, знаешь, типа до весны. Ну, реально, сейчас же он сгорел плюс 12, это точно, вот ты прав, это точно весна. То есть точно какое-то время прошло. Бля, смешно. Материалов у них предостаточно, вплоть до видеозаписей. Что вы хотите с этим? А где там видеозапись-то? Делать? Не знаете? А я знаю. Завтра в 3 часа помощник прокурора Фролова повезет ваше дело в прокуратуру. Вам все понятно? Блять, вам точно все понятно? Понятно. Нет, мне непонятно. Че тебе непонятно? Вот всегда, кстати, вот красавчик, что если что-то непонятно, надо переспрашивать. Ну, вообще, да. А то есть люди, которые не переспрашивают, ни хрена не поняли, короче, и типа, что дальше? Прокурор Фролова или помощница Фролова? Дебилы вы, я тебе в телеге все скину. Все, давайте. Кстати, второй раз уже про телегу говорят. Да. Ну, они намекают, что сериал современный. Не так уж тебе плохо. Блять, ключи-то мои были. Самое интересное, где он их взял? Не, ну пацаны, у вас особо вариантов-то нет. Мы либо делаем и, может быть, сидим, либо ничего не делаем и сидим. Давай думать, как делать. У меня одна... А что там вечно свет моргает сзади? Мысль. Что он нас даунами называет? Я же сказал, что там вчера это случайно получилось. Вчера! 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 Блядь. Ну ладно, понял, пиздец. Ну там... Я там не был, может там погода меняется каждый день, типа. Странно, да-да-да. То плюс, то минус, короче. Эх, Лёха, видел бы ты сейчас со стороны, все вопросы бы отпали. Короче, пацаны, есть реальная идея. Сейчас ты залезь в телегу, посмотри, где она работает, где обитает, все. Едет. То есть они даже через телегу пробивают, где человек работает и где обитает. Все через телегу делается. Это этот, платный аккаунт. Стеслите за ней. Я еду с ЖДМщиками. Помнишь эти нелегальщики, которые были, гоняли-то вчера? Да-да-да. С ними договариваемся. Мутим пацаной ДТП. Она на кипише вылетает, мы дергаем сумку, хватаем, уезжаем. Все счастливы, здоровы. Здоровы. И все. Слушай, оговорился такой дубль? Оговорился, да. Они реально все с одного дубля снимают. Пизда в ахуе, блядь. Звоним дяде Сереже и будет та-та-та-та-та-та! Ванюха! Даже Богдан Богдан удивлен, короче, типа. Это что-то не по сценарию было. Блин, да что, колодки не тормозные скипят? Слышишь? Ну, снега уже нет, на самом деле. Не смазало дома, что ли? Да, походу, тормозной жидкости не хватает. Блин, ага, они так часто обсуждают, что с тачкой... Как вообще колодки связаны с тормозной? Ой. Колодки, слышишь? Ну это прикольно, это хоть что-то, типа, живое от персонажа, потому что, ну, их диалоги — это пиздец. А если они постоянно о машинах будут говорить, будет понятно, ну,
как бы, мне кажется, так лучше. Ну, они гонщики, гонщики. Ну, потому что они же гонщики, да. Да нет, ты тупишь, и глаза уделаны. Ну, немного есть. Да ты баран, надоели вы курица, ты дебильная херня уже. Давай, ну не все, не ори. Подожди, Леха. Да. Опять думали. Да, Алексеевич. Да ничего, нормально все, как у тебя. Че, тебя накрыло? Да, подзацепило. Когда не успели вообще. Это, все понятно. Короче, мы мадам встретили, вас-то что-то там, как дела? Да поехали, с нелегалами разговаривать. Это, дай мне Богдана. Сейчас. Даня, Богдана. Да, да. Да, Леха. А, дай мне Богдана, я говорю... Я тоже подумал, Даня Богдан. Да. Ну, она уже поехала. Куда она поехала? Леша, крыша-то у вас не поехала? Раньше-то ты где был? Не поехал. Больно крыша, что ты... В смысле, где были? В тачке сидели, ждали... Так ты позвони и скажи, мы же не успеваем ничего. Давай, будь на связи. Монтаж еще такой, да, прям душный, типа. Долго. Вот вместо того, чтобы полсекунды, да, срезать, где он сидит с телефоном, дослушивает, можно же сразу это, конечно. Блядь, ну короче. Вот, кстати, все, кто хочет снимать кино, если у вас есть хороший кадр, красивый, прям пипец, и вам жалко их выдирать, но это будет на пользу фильма, выдирайте нахер. Мы удалили целую сцену, короче, из фильма. Мы удалили это нахер. Нормально. Причем это была большая сцена на базаре. Должен быть такая, ритм монтажа должен быть, типа, чтобы человек не думал о том, как все смонтировано, не думал, что это все постановочно, а наоборот, типа. Конечно. Как, ну, история идет. Вот. Кстати, все дальше. Донаты, кто тут подключился, пойдут на дальнейшее продвижение фильма и постпродакшн. Нам осталось доделать звук. И цвет. Ну, цвет уже делается. Че, погнали? Можно, да? Можно? Нет. Да ты заебал. Я охуел на решетку, наклоняешься. Сука. Давай. Так ты зачем блоф сюда поставил? Поставил бы туда, осечка получше собаку. Все перестается, пока просто поставили. Как было, вот забрал. О, ребят, смотрите, чело, как у моей бабушки. Это Маринка вчера подогнала. Четкие. А это кто нарисовался? Здорово, пацаны! Здорово. Как дела? Вы еще на машине YouTube наклейка, блядь. Да, я заметил. Пиздец, ну, слушай, сука. Чувака там сколько? 60 тысяч подписчиков. Все, ну понятно, делать. Но в фильме, для фильма да хотя бы мог снять. Все хорошо? Все, да? Все. Это, братва, у нас такая просьба к вам, вы в курсе, что мы в этом городе не так давно. Нам реально ваша помощь нужна. Я думаю, вы поможете. И тема интересная, мы тебя слушаем. Нет, просто тема интересная, не важно, что ты предложишь, нам интересно. Это она интересная, она судьбоносная, скажем, для нас, но она не коммерческая. Так а нам-то с этого какая выгода? Да какая выгода? Я понимаю, что вот на вышках катаетесь, это не этот РБ. Но во всяком случае тоже машина ломается, можете. Я вообще не понимаю, в чем суть. Я тоже, блядь, такой жаргон просто лютейший. Нам заехать на подъемничек на ямку, сделать что-нибудь, ключи все есть. Да нам это не интересно, у нас у самих есть яма. Не, ну какие там запчастюльки, еще что-нибудь. Да ты подожди, у нас там не яма, а подполье какое-то с крысами. Ну реально, что, пацанам же можно помочь. Ну да, давай. Леха, там Леха на кипише. Возьми трубу. Слышал, просто один сказал, надо помочь, и все такие, ну да, реально, все. Никаких аргументов. Да, Леха. Ну так и что значит? Алло. Она походу за город едет. Мы по объездной за ней двигаемся. Да, уже к Каштыку спускаемся. Плющит его конкретно, конечно. В смысле раньше? Я тебе когда раньше-то скажу ей, чтобы она не выходила или что, чтобы тебе позвонить? Пацаны! Блядь, логика, конечно, диалог, я в аху. Зика, мне кажется, он вообще нас не уважает. Орет постоянно. Че не нравится? Мы делаем... Ты понял? Он едет с этим зэкой. Только его не показали ни разу. Он, походу, камеру держит. Вообще так-то общее дело. Бля, реально. Бля, разъеб. Пиздец. Зека, ты что спишь или что? Зека, вот тебе хорошо, ты обдолбался и спишь. А тебе, наверное, там сны сладкие снятся. Где-то на большой сцене. Музыку свою поешь. А мы тут прилипаемся вместе. Зачем вот мы сейчас за ней вообще едем? Вот зачем? Они там еще базарят. Актер. Мне кажется, они вообще не успеют. Есть смысл за ней ехать? Нет. Сейчас опять передяю Сережу и дуба снесем. Мне это так надоело уже, если честно. А что ему надоело? Типа, если он не сделает, то их посадят. Хотя, кому это я говорю? Я просто сам с собой еду и разговариваю. Зато правда. Сам с собой еду и разговариваю. О, музон пошел. Сейчас будет этот экшен. Так. Разгоняется злой. Разозлился, типа. Видишь, это уже другой человек. А, переход. Неплохо. Это хорошо было. Хорошо это было реально хорошо. А ты видел, что я делаю?
Ваня, ты дурак, нихуя из-за музыки не слышно вообще, и просто... Как ты понял, здесь диалоги вообще не важны, на самом деле. Блин. Тут все на действиях строится. Тапочки, сейчас не успеем документы забрать, тебе Сережа покажет, где твои тапочки. Все, нет смысла за них. Он останавливается за ней. А? Она, короче, остановилась, нет за ней смысла ехать. А. Но если она никуда не едет, смысла ехать как бы нет. Надо стоять рядом. Буду знать. О, слоумо. А чё в сериал спрашивают? Про нас, пацаны? Ты видел? Это не фейк, а? Вот это переход. Почему я-то за вас должна это делать? Блин, убрали бы эту висючку просто. Вот бы нам еще поебал убил вот эта висючка, блядь, здорово. Мне кажется, есть где-то версия в 3D. Да-да-да, в 5D, знаешь, чтобы прям эта хуйня по лицу била. Нам, кстати, недавно запрос на продажу пришел, он говорит, нам нужен ролик в 4D. Я такой, это как? Что это такое? Что это такое? Запах? До сих пор не знаю, что это такое. Не могут нам ответить. Подожди. Да что они ко мне привязались-то? Сейчас, ну, смотри, какая-то нормальная съемка. Ну-ка, как их сейчас быстро, быстро. Сняли, интересно. А сейчас берешь, высовывайся в окно и обгоняй с левой стороны, бей по капоту и по стеклу, чтобы она подумала, что ДТП я спалил, понял? Да. То есть он должен рукой как-то ударить? Да, я понял, понял, понял. Да. Да есть ты уже, есть! Да ты-то что, тоже мне моргаешь? Блин, вот аварии, они умеют снимать аварии, как людей убивают. И блин, звук стекла просто выбитого. Не здорово. Вы что, охренели, что ли? Да вы кто такие? Кто это сделал? А знаешь, они с ней не договаривались, короче, о съемках, просто какую-то тёлку нашли, подрезали ее, и вот. Она вообще не понимает. Она не знает, что там в фильме снимается. А чё ты орёшь? Да ты знаешь, кто я! Ты знаешь, сколько это зеркало стоит? Я вас спрашиваю, кто это сделал? Кто здесь такого? Кто сделал? Да я это знаю. Сделал! На телефон неудачно снял. О, нифига у них рация есть. Лёша, прием. Не получилось тут маленько с Ваней, давай работайте вы. Так он спит. Маленько. Рукой, значит, работай, Лёша, не тупи, давай мы же ее отвлекаем. Все, пошел. Блин, ребята, все, кто в тачках ездит, всегда закрывайте двери. А он взял, смотри, там две сумки. Он взял другую, возможно. А нет. Девушка, давайте мы не будем ругаться, это всего лишь зеркало. Я думаю, мы сейчас вот так вот поправим. Оп. Идиот, ты что, доломал его, что ли, туалет наш? Все, вот все вопросы решаются. Да доломал, блядь. Все, пацаны, красиво сработали, можно возвращаться. Давай. Красота, пиздец. Все, она всех запомнила, вообще каждого, блядь. По машинам! По машинам. Для звука я что потряс. Эй, чувака забыли там. Идиот. Че они? Сколько там? 1000 рублей дали? Ну что-то сверток какой-то крутой. Все, спасибо, давай, вы там денег закинули, видел. Да не вопрос. Конечно, мы ее 30-ку закинули. Ни хрена себе. За зеркало нахуй. Мне на Escalade 60 стоило, а это вот это дает развалюхи 30-ку, блядь. В смысле? Ну, ну этот ладно. Lexus, этот новый, у них тоже дорого может быть. Ну хз, ну ладно. Угу. Рассчитаемся, не переживай. Давай возврат сделаем. Спасибо. Поехали. Все, давай. Все. Че, и 30-ку там? Пусть нет, конечно, пятак закинул, 25 останется. Резину новую купим. Они их кинули, понял? Нормально наебали. Вот работай с такими. Вон они довольные стоят. Бля, ты видел, там между кадрами темный экран был. Доли секунды. Блин, я недавно смотрел обзор, кстати. Мефисто, по-моему, я смотрел обзор. Есть на Кинопоиске от Минкульта, как его называется-то, мультик один.
про царя какого-то, что ли. И там... Да, мельница, которую я знаю, вышла недавно. Там на рендере пропущен один кадр, короче. Он прям на Кинопоиске лежит, и там ошибка прям одним кадром. Че, отмутили? Да, так. А вы нафига сумку куда-то забрали? Блять, там палево было, ковыряться прямо там на дороге, по ходовой. Ты дурак, Лёша, это прокурор, она сразу нас спалит. Вы что сделали-то? Там бабки лежат, что на... Нет, то есть одну сумку не спалит, две сразу спалит. Там на движуху надо напрогать. Они же не знают, в какой сумке документы. Я Но тоже две взял. Он, видимо, имел в виду, что надо было в сумке залезть в сумку, вытащить документы и съебаться. Хотя какая нахуй разница, что они сумку крадут, что документы, она и так спалит, блять. И она их все лица запомнила. Это самая лучшая операция, за которую я видел. Бандитская, блядь. Теперь посадят не только их, еще всех соучастников. Да, всех, да. Прогана нормально. Пацаны, какие прогана-то? Прокурор, она сразу нас палит, как только любая остановка. Ну и что, какие твои предложения-то будут? Сделали, что теперь выяснять будем или что? Леша, какое сделали? Это прокурор, ты что не понимаешь? Что сделал, то сделал, надо как-то дальше жить. Мы забираем эти документы, вы с ним берете, едете, догоняете ее, она по любой на какой-нибудь заправке. Там просто папка Lexus. Остановит, подкидывайте, я не знаю, как это будет. Сканер с собой. Там просто история обслуживания просто. На, едьте, блин. Блин, Джек у них самый бесполезный, короче. Он вообще не решает, не делает. Они же были только что на этой заправке. Она изи читается, реально остановилась. 98-го полка. Так бабка, открой. Чувак, на заправке ЗН как пока открывает. Первая колонка, 98-й до полного. Первая, 98-й до полного. Ну, то есть они хотят это сделать прям, блядь, под камерами, где в каждом есть... Может, там камер нет, это же... Там. Ну, вообще везде есть, вообще на каждой. Потому что кто-то не заплатит, уедет. Так, нормальная практика именно на заправках. Кстати, у меня был... Как-то раз я в Питер ездил на тачке. И оказалось, что в Питере-то у вас, не знаю, как сейчас, сначала заправляешься, а потом платишь. Да, да. А у нас сначала платишь, потом тебя заправляют. Ну, есть некоторые заправки, где наоборот, но так, да, в основном. Опа. О, Жека, Жека. Бля, через телефон фига, взломал. Через здорово. Телефон. Здорово. Bluetooth взломал. Тихо. Никому не говорит. Я не поняла. Так что за моей машиной трешься? Я не поняла, он что за моей машиной делал? Я не знаю, я телефон. Не сдал пацанов, красавчик. О, да нормальный пацан, уважаю. Надеюсь, они его потом должны отблагодарить. Да, вдруг он ей бомбу подложил. Да похуй, бля. Я в телефоне сел, не знам пацанов. Ну, понял. Что все сделал? Да, все сделал. Так, что, она не спалила тебя? Да, нормально. Ну, это шок. Сейчас, держи. Это как Данил Козловский, который... Данил, почему ты шепчешь? Я играю, и ты выигрываешь. Блин, я вчера ходил на фильм, короче, «Молодой человек». С Данилом Козловским. Не видел? Поперечный там еще снялся. Вот. А, нет, я еще не смотрел, кстати, надо будет сходить. Ну, нормальный Говно? Фильм, короче. Нормальный? Я не советую ходить, но если захочешь, типа, это, ну, ты не разочаруешься вот так. Вот такая рекомендация. Я схожу. Но это лучшая роль Данила Козловского. Это прям хорошо. Знаешь, такой Волк с Уолл-стрит по-русски. Прям нормально. Ну, как и Духлес, он играл примерно то же самое, я понял. Вот. Ну тут с упором на комедию. То есть они стебали все эти вещи. Все, сейчас поехали, да, пацанов, сервис. Ну. Ты это? Че, девчонки меня закинь, вечером заберешь. Где? Там по ходовой? Ну. Ну да, я закину. Вечером встретимся. Девчонки, ну это нужный диалог. Я подъехала, ухожу. Да, вон я вижу. О, смотри, сейчас их спалят. Вот я же сказал, бля, балбестины. Он подбежал. Слушай, смотри-ка, они еще хорошо, догадались. Да, хорошо сделали, хорошо. Респект. Этот козел бородатый. Короче, Жак, вот это видео мне скинешь, и фото тоже нам надо, понял? Все, давай. Я помощник швырнул ему эти деньги. Уходит, который деньгами раскидывает. Блин, на самом деле, если тебе надо снять что-то с видеокамеры, это большая проблема. Да, это сложно. Да. Потом дальше.
Да подожди ты, Лёшка. Да не дам, подожди. Вот дядя Серёжа звонит, подожди. Да, дядя Серёжа. А, я думаю, это сам трек, это у него, оказывается, бля, так наложен этот. Мобил звонит. Не знаю. Нормально сработали, я думаю. Да, неплохо. Не слышу. Слышу. Понял, все хорошо. Это, пацаны, да ты куда забрал? Сегодня документы не получится дяде Серёже отдать? Ну, вот. Мы там кого-то там в тройном убийстве. Каком-то тройном убийстве. Что, блядь? Давай одним глазком посмотрим. Лёша, подожди, подожди. Давай, знаешь, как предлагаю? Документы скидываем сейчас. Ваня, помнишь по Лексу, который Кензи обещал нам Ваню? Звони, звони ему. Да, договаривайся на утро. Завтра закидываем документы. И все, с чистой стоимостью просто отдыхаем. Я думаю, слушай. Давай посмотрим одним глазочком. Ну, очень интересно. Лёша, в анальный глазочек себе посмотри. Все, успокойся. Я уже смотрел. Я юмор пошел. Диалог, конечно, разъёб. Вы здесь остаетесь или что? Да. Да. Это, у меня там по бензу тишина, я на часть передвинусь, там зэки мне... Лёша, оставьте этот бокал, едь, всё. Блядь. Всё, пацаны, давай. Какая хуйня, боже, что мы смотрим, блядь. Сейчас что-то должно случиться, погоди. Бля, жалко, это на Твиче смотреть нельзя, они очень много запрещенно говорят. Я посмотрел на стриме у себя, отвечаю. Слушай, у него на канале есть полуметражный фильм. Я думаю, если это полуметражно... Ну, видишь, они уже много раз сказали запрещенные слова, и меня выебут за это, я сразу план славлю. Так, алло. Ну, а что ты, где едешь-то? Да, вот я подъезжаю. Почему не надо? По-моему, самое то, контент. Мер стоять, тебя ждать. Я на часть зере, я думаю, 2 минуты. Сейчас его, короче, ёбнут. Вон, вижу, а. Все, давай. Блядь, монтаж. Опа! Хераси, это что за делюга? Делюга. Кепочка где-то там осталась. А он же в шапке был, погоди, он был в шапке. Он, перемотай назад чуть-чуть. По-моему, был... Да, он был в шапке. А нет, подожди, кепка... А кепка этого осталась, чтобы быть похищал. Хераси. А как она пропала? Это что за делюга? Очень... А, он ее типа выкинул? Они по, они по кепке вновь. Что-то просто как будто они угорают, короче, не снимают. Они опять обкуренные. Лёха, давай. Да, Лёха. Алло, Богдан. А чья женская сумка там лежит? Справа. Кстати, да. Походу спалились. Взрывай что-то. Сколько бы ты ни колесил по жизни, сколько бы не ломал. Мне интересно, а нахуя прокурор его похитил? Если не могли их посадить просто, нахуй. Нахуй, нахуй прокурора, когда, ну вот, а когда он спалил, что, заместитель прокурора, когда спалил, что у нее украли документы, почему она не... А там по-другому дела решаются, понимаешь? Что такая хуйня просто, блядь. Там просто, честь, блядь, чушь, задета так. Честь прокурора просто. А, ну все тогда, блядь, разборки должны быть. А сколько там серий? Это же пиздец, блядь. Так, серий 7, по-моему, или 6. Ебать. Так, мне надо сейчас в туалет сходить очень быстро. Давайте я пока пообщаюсь с чатом. Поразвлекаю, почитаем чат. Так, народ, всем привет. Чатик у нас длится. Пришел еще один донат. Нет, не пришел. Все донаты пойдут на продвижение и постпродакшн фильма. А сейчас пока почитаем чатик. А, так. Фига он так быстро идет. Ребят, я так не привык. У меня обычно человек 10 смотрит, 15. Так, привет. Ну, объективно, опасный район получше. Опасный район, это, я так понимаю, какой-то фильм. Мы, может, и его глянем. Так. Попрошайка, попрошайка. Все деньги пойдут на продвижение фильма. Я ни копеечки не заберу. У вас есть вакансия, ассистенты с доками возиться? Где вообще? Короче, у меня есть телеграм-канал. Ссылка в описании. Иногда, ну как иногда, практически всегда мне нужны помощники на съемках. Это второй режиссер, ассистент режиссера, хлопушка. Вот. Такая вакансия бывает у нас. Добавляйся в Телеграм, добавляйся в друзья. И я часто в Телеграме и в Инстаграме выкладываю активные вакансии на наш продакшн. Вот. Можно залететь в киноиндустрию через нас. Так, фу, кто попрошает, позор. Да, я. Так, хватит, не трольте. Не надо внутрики.
Кстати, вот касательно телеграм-канала, кто-то из подписчиков Дании создал телеграм-канал со мной. Вот. И так у меня появился телеграм-канал. Че, пришел? Я тут, да. Пам. Че, дядя Сережа, че там нахуй? Такие серьезные типы. Че делать-то будем? Че делать будем? Сидеть, молчать или че? Мое предложение — позвонить дяде Сереже, узнать, кто такие, я номера их срисовал. Ты вот что сидишь, понятно? Ладно с этим, ты-то что сидишь, молчишь? А? И что ты скажешь дяде Сереже, Леша? Что ты ему скажешь? Ну хотя бы просто узнать... Что похитили человека? А ты знаешь, за что его похитили? Если вот из-за этих документов его похитили. Тише. Банщик звонит. Алло. Банщик звонит, понимаешь? У нас проблем нет других, у нас баня, блядь. Я договорился с ним уже. Баня, что я вообще... Они в баню собрались, банщик звонит, я так понял. А, все. Или может это погонял, кстати, это какой-то. Конечно, как и договаривались. Сейчас решим. Понимаешь? Я когда пришел сюда, сказал, какие решения? Ты сидел и молчал. А тебе звонит банщик, ты сейчас решать собрался. Что ты решать собрался? Леш, ну в баню уже договорились. Чел вообще на расслабоне. Они собрались в баню идти. Поехали. Ты не понимаешь вообще всей серьезности ситуации, да? Я бы, знаешь, не хотел, наверное, оказаться твоим другом. Это, пацаны, подожди, тормозим. Ваня, ты договорился с... Блин, у них вечно проблема со светом на фоне. Он то включается и выключается. С банщиком? Ну, конечно. Ты же хотел, Леша, решение? Да, я хотел. Предлагаю забухать. Блядь, какая хуйня. По жизни всегда. Есть проблемы, просто забухаем. Все. Это что, решение проблемы или что? Как поможет это зэк? Понятно, он, да, он, ты-то нормальный человек, там сидит зэк непонятно где. Да ничего страшного, он в тюрьме сидел, пусть еще посидит. Ему не привыкать точно. Все, кинули дружбана, короче. Ты да, он вообще скрой. Вот это герой, ну вообще, ну, хочется это самое, сочувствовать и так далее, переживать их. Отсюда. Отсюда. Я вот вообще после вот этой ситуации не знаю, как с тобой дальше быть. О, блин, вот всегда жду заставку, короче, это мой любимый. Вот она клевая. Она немножко похожа на этот, на пятнице с поварами, там есть шоу. Блин, в Забайкалье прикольно, да, вчера минус, сегодня плюс был. Вообще красота. Понял, у них погода такая на самом деле. Такси звонит. Да. У них на объективе, блин, пятно. Да, объектив, пятно. Дом на стоянке, как обычно, тройники. Чё? Иди. Кто такие тройники? Я вообще забей, там жаргон какой-то прям непонятнейший. Да я остыл, наверное. Думаешь? Опять тоже очень круто приехал. Лёха. Вот у меня сейчас никакого наката вообще нету. Просто поехал, потом всё объясню. Новый персонаж. Здрасте. Чё-то там морда знакомая, мы нигде не виделись. Да? Че, все? Поехали, пацаны? В баню едем. Да, в баню. А что, на сухую поедем или что? Ну давай скидывайся, сколько у вас денег есть. То у меня вообще ни копейки. Алексеич. У меня только 400 рублей и фальшивая пятерка это. Она что, с собой у тебя? Да, вот она. Ну поехали, поехали, без базара, сейчас решим что-нибудь. Сейчас их решу, с пятерка фальшивая. Блин, я бы на месте таксиста бы немножко взволновался, им же как-то надо расплатиться таксисту, кстати, да. А у них 400 рублей и фальшивая пятерка. Будет прикольно, если он этой пятеркой расплатится в конце. Че, музыка нормально играет? Нормально. Че, послушаем? Блин. Громче сделаем, послушаем. 100 рублей. Нифига таксист, ты 100 рублей, говорит, за музыку. Нормально. Ну нафиг. Это. Ну нафиг. В пинту он, заезжай в пинту. Ваня, в пинту, говорю, заезжай. Нормально? Точно сделаешь? Да, по-любому. По-любому решу. Мне кажется, ничего не получится, да, Лех? Не знаю. Сейчас, походу, его примут. На пятерку. Блин, у них у всех тачки ушатаны, но диски нормальные у всех обязательно. Да это же корче, не все ушатные всегда. Вот смотри, как идет, да? Бля, какая хуйня, боже! Здравствуйте! А дайте мне, пожалуйста, пиваса. Пиваса. Да, какого-нибудь нормального. Вот охота крепкая, нормальная. Охота крепкая. Ну, это очень нормально, да. Сколько? 5.
Пакет считать? Да. Слушай, договорились же, да, с магазином еще? Так, 920 плюс пакет. У меня пятерок. Так, пойдем. Посчитайте ровно до 1000. Так. Опа! Сработала схема. Сработал. Мне кажется, потом хозяин этого магазина тоже такой: кто? И у них еще проблем появится. Я уверен, прошит не просто так. Так, что мне ты? Пишут, не обижайтесь на попрошайку. Это какая-то ваша тема, да? Ну, я первый раз слышал. Так, блин, куда сжать? 2, 3, 4, пожалуйста. Может, на 1.5 поставишь скорость, чтобы... Давай. О, она только сейчас решила посмотреть. А. Так. 1.25. Не, 1.5 слишком быстро. 1.25 заебись. Стоять! Она подделая! Блядь, там же можно было рядом! Да, там можно было обижать. О, штаны порвал. Реально же можно было обижать. Смотри, смотри, что делает! У него что, очко порвалось или что? Поехали, поехали, что стало-то? Вон, тормози давай около него, тормози. Главное, таксисты вообще ничего не напрягают, да, чуваки, таксист что-то вообще мутят. В теме такой, да. Давай, давай, давай. Красава, давай, пятилин, поехали, поехали. На дачу, поехали. Всю жопу разорвал. Всю жопу. Все, поехали, дачу. Да нет, сначала на рынок заскочу. Зачем? Ну штаны взять, ты посмотри. Залог один, да? Да вот тебе залог сидит. Лёша, да бабка сзади на заднем фоне стоит в ахуе просто. Объектив так и не протерли. Да. Ну, интересно, как лет получается? Дайте я тебе перезвоню. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, джинсы есть? Да, у нас есть на вас все размеры. Это джентльмена костюм, да? Да, это костюм как у джентльменов. Ого. О, костюм как у джентльменов. Лакост, оригинал. Слушайте, костюмы как у джентльменов подходят только в фильме «Джентльмены», все. Это правда. А у меня есть костюм из джентльменов на заказ шитый, он 30-ку стоит. Шкуришь. Ну так и так и это самое. Мне не пошло так в итоге. Я очень расстроился. А ты бы сначала померил, нет? Да там не получилось. Ну, не, он нормально, он сидит на мне хорошо, но просто выглядит странно. Сколько очень стоит? Хорошее качество, 20 тысяч рублей. Есть на размер на вас. Хотите примерить? А сколько таких вообще расцветок у вас? А, две расцветки, синий и красный. Да денег не хватит у тебя на такой же. Быстрее, ты как тренер, помнишь, он там? Да помню, учил конечно. Всех. Костюм, конечно, лютый. Чё, я выбрал уже. Слышь, она так и вообще не понимает, что происходит. Она просто посмотрела в камеру. Нет, да, помнишь, видел, там? Видел. Да помню, конечно. Всех. Костюм, конечно, лютый. Чё, я выбрал уже. Я вот эти вот возьми. Да, конечно. Какую цену? Они стоят 2000 рублей. Все, хорошо, я их возьму. Примерите? Ну, да? Давай, мерь пока. Подожди, я по телефону. Она, по-моему, реально тут работает. Здесь можно, да? Ну, скорее всего. Ее, да. Скорее всего, попросили. Зашли клиенты, джинсы себе купили, костюм хотели, смотрели, купить. Слушай-ка, его нет. Лена, я тебе перезвоню. А, спиздили. Блядь, они даже здесь не расплатились, я в ахуе просто. Ну, слушай, 2000 рублей, у них всего там какие-то осталось лютые 4. Да, да у них халявно 4 косаря, блядь. Да ты вообще отойди, что ты подожди. Что у тебя тут? Опа, это что такое? Что, кто платить? Пацаны, давай успокоимся, сейчас нормально что-то решим. Конечно, решим. А как ты решишь? За вами косяк. Оденьтесь. Че, возврат, давай замутим. Ваня, ты что сделал? Не-не, я уже не нравишь. Да подожди, пацаны, блядь, ну пацаны, денег реально нету, давай как-нибудь нормально решим все. Как ты решишь, если у тебя денег нет? Дай подожди, давай что придумаем. Смотри, телефон есть, здесь есть нормальный телефон. Прямом. Так у них же четверо. Ну конечно, оригинал. Пойдет, да? А костюм 20 стоит. А, нихуя себе. Прикинь, ты за 30 взял, он там 20. Нихуя, блядь. А теперь за пошел нахуй поговорим. А что разговаривать? В смысле, что пацаны поговорили, нормально решили жутко. А теперь говорит, пошел нахуй поговорим. Нет, так дела не делаются, смотри, вас тут трое, мы двое. Давай по-другому, то давай один на один-то разговаривать. Ну давай, погнали. Погнали, все, Ваня, иди, что ты? Я что? Bring it back, bring it back. А че он сразу джинсы не переодел? Сейчас будет экшон, обязательно.
Интересно, они как в бригаде будут драться по-настоящему? Ну, сейчас узнаем, один на один. Потому что в бригаде, вот когда этот самый Саша Белый с Мухой дрался, они же по-настоящему дрались. Да, прям, да, недавно, кстати, пересмотрел бригаду, я сидел дома. Не прям вот, за три дня прям по-настоящему, да, там бровь рассекли кому-то, типа такого, ну это прикольно. Че, погнали? Готов. Все-таки мы влепили. Что случилось-то, пацаны? Ваня, тебе что, поеблище дали или что? Да, как видишь. А карма то настигла, да? Да тебе он костюм спиздил, а не карма настигла. Да сам ты дебил, тебе понравился, я буду носить. Нет, смотри, по качеству костюм реально хороший, не обманул, да, 20-ку. Брат, ты чё, блядь? Костюм забрали. Да кого там? Да, они забрали, они же на телефон типа поменяли. А пизды дали за то, что они нахуй послали. Все, понял. Блин, стоял придурок этот, блин. Один на один. А не позвали? А куда мы вас позвали-то? Втроем были или что дрались? Ты бы что, он таксист есть? Да-да-да. Раз на раз. Ну, да, а, ты раз на раз вышел или что? Ну, конечно. Ну, ты лох. Вообще. Вышел, блядь, вывели. Ладно, пацаны, что, на дачу? Бухануть? Да. Погнали. Все, сейчас. Что, пацаны, долго еще кататься-то будем? Заявки-то горят, блин, делать надо. Да вот уже приехали, Ники пишет. Где он, Валя? Вот-вот, по левой стороне, это его форт. Его форт? Ну, есть. Он? Да-да-да, вот он. Банька. Здорово, ребята. А что так долго? Привет. Паркуйтесь, банька готова. Это вот этот штук, да? Да, банчик. Ну, он лютый сам по себе. Ну, лютый ближе, сам. Ближе, вставай. Ты что, уже тоже с ними пойдет? Здорово. Хуем парковаться. Сколько лет, братан. Что, париться пойдем? Не, они мне кажется сейчас кинут таксиста. Ну, пошли, показывай баньку. Лёха, что вы идёте? Сейчас расплачусь, подождите. А костюм этот себе забрал, а не с порванным очком. Это, короче, пару соток всего денег. Ну, что-то несерьёзно, я с вами час потерял столько заявок. Ну, других вариантов нет, пару соток. Мне надо же тоже... Пару соток все. Просто пару соток. Я сказал, кинут. Ты хавать хочешь, пошли с нами. Зависит, ты все похаваешь, да поедешь дальше. Просто едой отплатили. Думай, давай, нам тоже что стоять-то стали. Согласиться нет. Э, пацаны, вы телефон забыли. Богдан, тебе звонит тут кто-то. Кто там? Настя, не звонит. О, Лёха, здорово, братан, как ты? Да, Маш, привет. Ага, привет. Это он уже переоделся в машине, что ли? Да, да, да. А, угу. Переоделся он, а не тот, у кого очко порвали. А тут его одежда надела. Я вчера, мужики, прикиньте, вот такую щеку поймал. Так вот, чешу, а что за чайник стоит он за номеров? А, это алкаш местный, как напьется, постоянно вот здесь бросает. Погнали, щуку покажу. Это, пацаны, еще быстренько съездишь, переговорить надо. Что, перегон собрался? Да не, быстренько приеду, пока баньку скинуть. Ну ладно, ладно, давай. Быстренько. Погнали, погнали. Это, братан, бля, ты еще не торопишься? Дай в это место быстренько сгоняем кое-куда. Вы еще за тот раз не забудьте. Нормально заплатим тебе, не переживай. Ты можешь сказать, что есть две сотки, все. Да, 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 да. Наивный таксист, конечно. Что-то мне вообще не понравилось, что он уехал. Да нормально все, погнали. Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. Бля, какая хуйня, боже, что мы смотрим, я вахуй просто. Мне кажется, они реально там отдыхали и просто снимали все происходящее. Это какой-то фигвам? Maybe, как я понимаю, это для, ну, чтобы курить там сидеть. Бассейн в парнике четко. Я говорю, она тебе понюхать даже не даст, Ваня. Даст, еще и понюхать даст. О, кто приперся? Приперся. И что, где мы ходим? Ходим. А с ним что уже? С кем встречаемся? Че, погнали в баньку? Вижу, нормально вам стало. Да я-то уже сгонял. Погнали. Да, пойдем. И гони с ним сам, а. Ну что ты там? О, старик. Разделся и что, пошли, попаримся, тебя попарим. Так, я сейчас в туалет скажу, теперь ты развлекаешься. Давай. Бля, в ахуе с этого сериала, ребят, просто, блядь, просто будни маргиналов вообще конченых, блядь, пиздец, сука. Просто, блядь, как ему это в голову еще пришло, такой сериал снять, я в ахуе, блядь. Мы тоже, нет, я вам запрещаю сидеть тут.
Да не, как тебе пиздец, блядь. Не отвечаю, это же контент. Ну вот на стриме, вот если бы они не говорили очень много слов запрещенных, отвечаю, ну на Твиче можно было, ну не вот этот сериал, какой-нибудь другой посмотреть у них. Мне нравится такой, но это прям вообще, это мега плохо. Фу, фу, попрошайка. Не вздумай это включать на Твиче. Да меня снесут сразу же. Реальные пацаны, жалкая пародия. Да это реальные маргиналы. Реальные маргиналы. Мы украли твой Твич. Буду знать, ребят. Бля, еще столько же серий, я в ахуе. Ну это сложно вообще морально смотреть. Так. Скачай, запикай все запретки. А чем мне еще, чем мне еще убраться, может, у вас дома? Убраться дома неплохо. Погнали. Поговорим? Да погнали, погнали, все заходите. Огромный. Ваня, заходи. Вот я уже. Ты не опаздывай. Я буду, буду. Блин, вот это все можно вырезать нахер. Что-то с Богданом, да, такие короче, сцены неинтересные. Надо, да, его нету. Да какой долго? Ты в курсе вообще, где он был? Где? Мне вообще, короче, кажется, что он мусорской. Какой понял? Мусорской? Прекращай так думать, он друг наш, блядь. Богдан мусор. Я вот так, короче, со стороны смотрю вообще на ваши вот эти уси-пуси, ты там кого-то весь такой с ним, а я-то вообще все это... Какие, блядь, уси-пуси? Че мы, блядь, друзья, мы друг друга поддерживаем. Слышь, зэка забрали, вообще всем насрать было, я стоял там, разводил, чтобы... Да почему? Я уже забыл про зэка вообще, что весь, вся делюга вокруг зэка. Что насрать, ты так думаешь? Документы где? Он их забрал себе такой, да? И че, он сразу мусор или че? Кого ты, прекращай так говорить? По человеку мы сработали, да? Случайность получилась. Его не было. Леша, да? Завязывай, правда, завязывай. Я что-то, блядь, я что-то еще сейчас... Нахуй. Столько лет, блядь, вместе. Слышь? Хуйню. Я что-то а еще... А ты что, с ним или что, нахуй? Тоже мы мусор все вместе, или что? Да ты гонишь или что, блядь? Опа, опа. Ну ты что, дурак или что? Сам дурак, я тебя сейчас разумлю. Нет, слышу, что, сука, мусорские... Не, пацаны, я лучше один попарюсь. Слышь? А, это типа, понял, это был гэг, это шутка, типа... Да. Не... Успокойся, слышь, я спокоен был. Кто быковать-то начал? Да тебе... причем тут кто быковать? Все напились, давай сейчас протрезвеем, завтра поговорим, ладно? Слышь, все, я запомнил вот это все, завтра я запомнил, тебя еще... Запомнил, все, я прекрасно понял. Тебя понимаю, все, хорошо. Слышь, я это все запомнил, слышь. Шашлык! Не, пацаны, шашлык, конечно, топчик был, курочка. Банька вставай, на улице холодает, погнали в город. Просто прям с этой едят, с решеткой. С сетки, ну... У меня даже что-то как-то подвытрезвело. А на чем поедем? Кузварик все, диванище, поехали, а с этим что делать будем? Да пускай спит, что он? Что, он нам нужен или что? Не, погнали. Сейчас, руки помоем. Давай, идем, ну. Блин, офигенные друзья, короче, приехали и кинули тебя. Пиздец, сука, просто... Жеку кинули, поехали бухать. Приехали к другу, его тоже кинули. Ты что, еще не наелся? Ну, последнюю-то надо. Так уже даже пить кончилось. И что, пацаны, где такси-то? А он тебя, вас что, ждать должен или что? Он заявку сбросил, ты прикинь. Ё-моё, и чё, блин, стоять будем? Пошли пешком. Слышь, так он, походу, у нас найти тоже не смог, надо было набрать ему, но... Давай тачку угоним. Слышал, тачку они хотят угнать. Чё? Мы же угонщики, ебать. Ты чё, перегонишь? Ну я вчера с решетки ел, но потому что негде было сесть, блядь. Там интернет только в этом месте ловил, мы не смогли разложиться. Открывай, тише, 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 тише. Бля, нихуя вообще не вижу. Я только что хотел сказать, ни хрена не. Угонщики, я говорю. А, они тачку угнали. Что-то такси. Причем это та же машина, на которой вначале ездил, блядь. Орехами кедровыми грызуны в недрах тундры. Ветром продуло, футы не метры. Турки не курды, сурдоперевод. Чё, пацан, делать-то будем? Предлагаю по городу покататься. Какой по городу? Давай в сервак заедем, там пиво есть. Я так-то бы тоже куражнулся. Я тоже покуражил, не пацан, вчера пока нельзя. А что нельзя, там уже зэк появился, мы так-то вообще про зэка забыли. Не, Леха, давай по бабкам еще ничего покуражить, пока нельзя. Да, там бабки в сервисе есть, немного. Не пойму вообще. Леха, логику. Давай нормальные вещи на сервис, пока не спорит, ё-моё. А что, у нас заколдованный или что? Не надо что, пока. Опять будем возвращаться к тому к диалогу. Давай просто реально подумаем, где можем денег выхватить, и дальше куражнём на сервис, Леха, пока нельзя. Давай да, нормально. Отличная проблема денег найти. Где мы сейчас выхватим денег? Давай думай. Все, думать, где деньги найти. Бля, вот чисто моя жизнь, нахуй, реально. Они меня еще запомнят. А это же тот, который вначале какой? На котором сквозь машину прошли. Это же его тачка, патрол, да? А-а-а. Сейчас они сдадут ментам. Она его пьяного за руль сажает, помогает. Во-во-во, видишь? Да, флешбэк.
Сейчас, походу, будет замес. Сейчас будет замес. Она помогала ему сесть пьяным за руль, бля, в ахуе. Блядь, что с этим сериалом не так? Нельзя так делать. Могла бы сама сесть. Что за Гамора, блядь, а не Чита, нахуй? Мне кажется, идея зебабок замутить. А, прикинь, они просто с той серии те же файлы вставили. Да-да-да-да. Так. И флешбэк тот же, да. Ой, у тебя вебка слетела, слышишь? Так, да, сейчас, ребятки. У меня... Батарейка села. Опа. Раз, два, я на связи. Все есть? А, да, вижу, все, сейчас. Бля, на мой рост пьяным за руль посадил, я вам. И сама еще села. Да, это жестко. Что с этими людьми не так, я вахую? Ты куда едешь-то, ёпан, ты что, не можешь вести нормальную машину? Тихо, поехали. Ты что, говорит, не можешь нормальную машину вести? Она, походу, не понимает, что он пьяный. Ты на его тащила. Будь аккуратнее. Да, нормально. Давайте много не пей. Да, литр, это что, много, что ли? Литр. Ну смотри, от чего на самом деле. Второй, да. Ну смотри, сейчас. Да даже пиво, после литра пива за руль, это пиздец. Пьяным нельзя. Там рубили, смотри. Ну блядь, опа. Опа, блядь, малолетка тебе позволяют. Не лезь, не надо, не обгоняй. А я им сейчас покажу. Завязывай. Смотри, как старается погоню еще снимать. Успокойся! Олег, ай! Ну вот это классические аварии просто. А, я не могу, блядь! Блядь! Блядь, они охуели! Блядь, ты что сделал? Нормально, выходи! Поехали! А им-то пофиг, это же не их тачка. Полицию вызовем. А, какая нахуй полиция? Я сейчас сам разберусь. Не где, надо, блядь, стол? Пожалуйста. Стол. Ты, блядь, за рулем сидел, а? Это ты, блядь, за рулем сидел. Реально машина, смотри. Машина битая. Клюшка, блядь. Нет. Куда вы бегите? Вы что делаете, твари? Он один, вас много. Ребята, успокойся, подожди. Дамочка, ты куда нарисовал? Поднимай, пацаны. Иди сюда, дядя. Не, погоди. В камеру смотри. Он уже врезался, должен был в жопу врезаться, а они стоят в лоб в лоб. Вася, подожди! А, блядь, действительно. Бля, какая хуйня, боже мой. Что-то они забыли, походу, как аварию делать. У них, походу, машина была битая, понял, спереди. Они хотели показать это как аварию. Так они могли просто ему в жопу въехать, типа... Да. Ну ладно. Получилось. Поднимай, пацаны. Иди сюда, дядя, пожалуйста. Дядя. Синяк, ты что творишь? Узнал, дай меня. Нет. Олег, все нормально, все чё, нормально. Нет. Вызвал ментов вообще. Конечно, вызывай, сейчас пусть он пьяный за рулем все решит. Конечно, вызывай, давай. Разберемся. Конечно, разберемся. Не, если нормально решить хотите, давай решим. Тут минимум полтинник разберемся. Десяткой расходимся. Какая десятка, посмотри, капот. А он еще и пьяный за рулем сидит. Я могу сама сесть за руль, ты что? Мы еще человек. А что ты сразу не села за руль? Избили. Не, давай, он убил, он сам упал, ты короче, давайте мне пятнашку дайте, мы быстро расходимся, прямо сейчас. Десятка максимум. Олег, давай 15 расходимся. Ребят, давайте 15 расходимся. Я ему копейки не хочу давать. Давай, 15 тысяч, давай, прямо сейчас разбегаемся. 15 тысяч, все, прямо сейчас и разбегаемся. Десятка давай, максимум, давай. Я им копейки не хочу давать, ни копейки. На пофиг, поехали. Поехали. Это же от их машины, зачем она забегает? Да. И смотри, она его опять сажает за руль. Сука, бля, какая ничего хуйня. Ничего жизнь вообще не учит. Я же говорил, пацаны, бабки будут, а вы не верили. Погнали дальше, погуляем. Поехали в баню. А какая баня, Ваня? Поехали в путь. Баня, Ваня. По клубёк, кто нас отпустит-то? Поехали. Да со мной сейчас вообще везде нас пустят. Ты уверен? Я спустим. Я тебе конкретно говорю, со мной сейчас вообще везде втекём. Ну погнали. Втекём. Мы сейчас на пятнашку нормально. Мне кажется, там так и все общаются. Да. А я недавно новое слово узнал. Жаргон. Из жаргона. Вот на вот-вотах. Ну типа ты такой... Ну допустим, мы должны встретиться, да? Ты сидишь, а я, допустим, ну вот там, где мы должны встретиться, а я подъезжаю. И ты мне звонишь, ты говоришь, ну где ты? Я говорю, ну я вот уже на вот-вотах.
А, ну типа вот сейчас. Да-да-да, я на вот-вотах. Ну вот-вотах. Сейчас только охуенное слово. Давай дальше. Ну чё, пацаны, погнали, оттопыримся. Оттопыримся. Короче, вы заходите первые. Блять. Мне кажется, Богдан Богданов сам монтирует все это. Да, естественно. Сейчас смотри, вообще все будет по красоте. Я сказал, что будет. Ой, там же девочек знакомых. Молодые люди сегодня не проходят. Опа. Почему? Без извинений, почему? Так, одной компании случилось. Ну, если я не с вами... А, это он больше всех и пиздил, сейчас не пройдут. Не-не-не, он не с нами. Пойдем туда. Вот дружки, да? Просто мрази, я в шоке, нахуй. Да не, Ваня, чё-то, давай. Молодой человек, может быть, пойдем, прям аккуратно, это все тихо, спокойно. Вам вопросов нет, идите. Да, братан, я в двери приехал один раз. Нет, говорит. Может, договоримся с тобой как-то? Все, давай, уже на выход. И чё, никак не договоримся? Нет, все, пацаны. А деньги уже отдал. Да как мы с разговариваем, вообще там где-то отдохнем. Баша, короче, и все стоит. Баша. Опа. Вот они умеют снимать вот эти сцены аварии, драк. Слышь, пошел нахуй отсюда! Че, братан? Пришел нахуй так. Все, нормально все, я же грюсну в деревню. Чтобы я вас здесь больше не видел. Леха, ну ёб твою мать, вот ёма, договариваешь уже, нахера ты выпендриваться начал? На понтах вот так вот. Он еще узнает, кто я такой, я приду в следующий раз и разъебу его. Хукан Плейс, это же не клуб, это кальянная, блядь. Хукан Плейс, нахуй. Нифига, у них Хукан Плейс есть, нормально. Ну да. Ну слушай, для них это клуб. Я как-то был в Югорске, короче, в командировке, и мы спросили у местных, типа, у вас есть вечером куда? Он говорит, у нас есть офигенный бар, туда все ходят. Я такой, здорово. И мы приходим, и это было вот как есть эти обычные разливайки пива. Тебе вот так в пластиковых бутылках разливают, и ты там же сидишь на пластиковых стульях. Стилёк. Слышь, Ваня, ты чё, сомневаешься или чё? Да, басы. Да, кто сейчас скажет, что это его машина? Я. Ваня, ты чё, сомневаешься или чё? Я так-то никак вы за свои слова отвечаю. Сказал басу, значит, обоссу. Просто какую-то левую тачку обоссываю. Подумал, что это охранник. Сейчас подъедем. Нахуя полицию нашли даже где-то. Слушай, прям настоящие, они еще даже номера замазали. Да, это настоящий. Блин, как чуваки согласились на это вообще? Ну, город маленький, там, наверное, легче добавиться. Очки сразу надел. Ну, это неплохо. Молодой человек, что там делаем? Семенов, тех зови. Молодые люди, сюда идем. Не-не-не, мы не с ним. Так в отделе разберемся, кто с кем. Сюда идем, говорю. Руки! Засанец! За что? За что? Опа. Слушай, это была просто фотка. Руки! Засанец! Да? Да, просто да, фотка. Да, да, просто фотка. Просто в каком-то недострое. Конечно. Установочка еще такая, не по кайфу. А что смотрим? Что, из-за меня будем здесь говорить? Не, вот с тобой это конкретно мне даже... На скамеечке сидеть в панку. Постою уж. Что, реально думаешь, что из-за меня ничего есть сказать? Слушай, мне кажется, можно полтора делать. Просто, блядь. А из-за кого что-то? Я насал, что ли? Вообще я... ничего не поменялось. Насал, и что, Ваня? Ты меня подначил. Конечно, забрей тебя, смотри, вы поймёте. Ваня, вообще все косяки, которые из Коспольца с нами случались, везде дырки, знаешь, понимаешь? Они просто хуйнёй занимаются. Что, я друг? Они больше между собой срутся, чем решают какие-то вопросы и проблемы. Четвёртая серия, прикинь, ничего не произошло. Вот первые двух серий что-то происходило, ну, типа, прям по сюжету двигались, сейчас нет вообще. Что ж, начали что-то Хука Плейс? Конечно. А когда по бухлом, ты не забыл? Каким бухлом, Леша? Каким бухлом? Да когда мы чувака обедали? Блин, пацаны, тише, вы забыли, где находитесь или что? Думаете, мне приказывают в этом вечернике сидеть? Уважаемый, в каком вечернике? Можно покупить яйцо. А его не было там. Не было его там на улице. Ну да, типа... Вообще, кто такой? Евгений Белка, писатель, композитор, исполнитель многих песен, меня тут все знают. Ну что, Белка, садись обратно. Пацаны, мы сейчас все равно ничего не решим, что вы спорите. Давай, садись обратно. Ну это неплохо. Просто какой-то недострой нашли. Из пеноблока, в котором можно выйти спокойно и... Так, Емельян, на выход! В смысле я? Я же не сам на машину! Я не понял, что я сказал на выход! Иди, Ваня, раньше выйдешь, раньше хочешь, раньше выйдешь. О, а я когда выйду? Сиди пока. Вот это прикольный тип, который... Бед поганый разбудил. А что, как думаешь, почему Ваню забрали?
Да я откуда знаю, не знаю, забрали, забрали. Емельянов! А тут уже, видишь, все цивильно, хорошо. Ну там, видимо, обезьянник здесь сидел. На дело примерно так и выглядит, вот как сейчас здесь. Просто чё, встала, садись. Ну здравствуй, Ваня. Чё, не признал, что ли? Опа. Тарасова, ты что ли? Ксюша, ты что ли? Тише, 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 сядь. Ну рассказывай, как тебя занесло к нам? Ксюш, да ты не поверишь просто, вообще чисто случайно. Я ни в чем не виноват, ты же меня со школы знаешь. Да Серёжа же ориентировочки никогда просматривает, по-любому наш фамилий светанули. Нифига, у них появился параллельный монтаж. Да это почему, Ваня? Да ладно тебе, я сейчас выйдет, узнаю. Мы же ничего решили. Ты что ли? Да, 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 да. А штаны я тебе когда. Оператор, вон он! Это Богдан Богданов! Он! Это же он! Бля, не на телефон снимай, чешо, блядь. Что? Ну что-то типа того, да. Валентинка тогда с деревом из Ксюш, может все-таки договоримся? По старой дружбе. Но это все зависит от того, как договариваться будем. Опа. Опа! Ладно, пусть посмотри-ка. А чё? Что такое? А я не знаю. А! Это в серии самой. Бля, охуенно! Просто пиздец! Что за хуйня, боже мой! Да, на 10-15 зависло, секунды идут, а изображение... Здорово, как всегда, на высоте. Слушай, ну давай лайк тебе. Здорово, блядь. И музыка, музыка в конце. Так, это что у нас спрятали? Бля, ну это имба вообще. Так, вот я тоже начинал смотреть. Погнали. Я как понимаю, ластовая песня. Так. Да, блядь! Поставь 1.25. А что происходит-то? Непонятно. А, ну мы пропустили, там, наверное. Пропустили, потому что там же один кадр, да. Там, да, видимо, как-то сюжет двинулся. Да. Ну будем, да, угадывать, что произошло. Какие-то появились новые персонажи. Никому-то дорогу-то не шли там. Ну хоть машина посерьезнее. Опа! Слева, слева! Давай, пацан, давай! Лёха, едь направо, Ага. Бля! Это прикольно. Ну что такое? Ты в яму залетел или что? Под камеру попал, его штраф придет. Под камеру попал. Хорошо было. Ну, 120. Просто что делать, что делать? Если я вода не могу. Подожди, подожди, время твой, говорят. Время сесть. Нет, 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 нет. Что такое? Какую его знает? Что такое? Я знаю, сколько подъедет. Это, кстати, отсылка к брату, они тоже под эту музыку уезжали. Ну да, да, да. Подожди, потом поедем вообще. Сейчас едет нормально. Машина, машина, машина. Ёбаный в рот, тут еще и менты нахуй, столько народу, они куда-то нас притащили, бля. Плетку тогда в группах. Плетку, ну, пистолет. А что делать-то? Типа хочет дыма, короче, нанести, бегу съебаться, если так, чё я просто умру. Остановился, столько народу, блядь, что делать? Ты знаешь, малёк. Гонишь мусор, блядь. Здесь столько народу, блядь, еще и мусора, блядь, нас примут. Блядь, нахуй, блядь. Это мои новые приехали вопросы. Да, Лёха, не, подожди, всё, иди договорись, разговаривай с ним. Блядь, нахуй, блядь, народу, блядь, нахуй, блядь. Иди, не бойся, ты его там русский бородатый. Поехали. Смотри, тачки просто. Чё, ребята, гоняем-то? Иди сюда, поговорим. Я не буду с тобой разговаривать, это пистолет. Че, дурной что ли, бля? Подойди сюда, поговорим нормально, как нормальные люди. Здесь столько народу, кто в тебя шмалять будет? Че, бля? Пошли, что делать? Ну че, ребята, блядь, вообще, наверное, забыли, что вы там нашу вещь забрали, блядь. Ну в курсе, а в курсе, вы вообще какого звания человека забираете? Ну вы нахуй, у вас человек, блядь, нужен, вы папку верните, блядь. Вы вообще знаете, у кого взяли, блядь? Да мы-то знаем, что это мы взяли. А, это из прокурора. Смотри, там в тачке девочка сидит, они, видимо, приехали на съемки. Я ту папку видел, что там написано, это дела ваши. Сидит в телефоне. И мы ее просто так не будем вам выдавать. Да ты что, охренел, блядь, или что? Тихо, ты что?
чё, блядь, там народ, блядь, мусора. И чё, блядь, ёбнулся? Ну, там народ, чё, чё? Просто так отпускать нахуй сейчас, да? Да никто не говорит, чтобы вы нас просто так отпускали. Суть вообще вопроса, это ваши дела, дядя Серёжа, а мы наперекоре это пошли. Я сейчас знаю, что такое дядя Серёжа, блядь, мусор этот, блядь. Кто с ним будет вопрос это решать? Чё, да если не надо вопросы решать, потому что если мы сейчас вам отдадим бабку, вопросы будут для Серёжи к нам. Мы не хотим быть ни на чьей стороне. Ребята, это либо решается вообще в общем, либо нет. Чё предлагаешь делать? Я предлагаю встречу, обязательно, если не хочешь сейчас, здесь Серёжа... Не, лучше 1.25, на 1.5 сложно там. Будет папка и человек. Ну какая тогда приезжает, если встреча жуется. Будет сегодня? Мы не можем организовать встречу сегодня, давай на завтра, ты выбираешь место, мы говорим время. Бывшая мусарня всем. Это серия 26 минут идет. 7 часов. Не. Прощаемся, руки жать не будем. Да, Максим говорит, кто-то в футболке, кто-то в куртке. Да, сегодня тебя принесли, да? Давай пятюню. У меня руки трясутся до сих пор. Да, а что, нормально, никого вообще не сотрется? Все, теперь главное организовать здесь встречи с Сережей, все, чтобы он ни в чем вкусе не был. Телефон же есть. Погнали, пацаны. Ай, бля, какая логика. О, цветокоррекция это, появилась. Это просто они днем снимают, короче, нормально. Не, контрастность, видишь, пережатая. А что снимаю? На стухе оставил. На стухе оставил? Турстачки? Да. На стуху нам вообще ни вариантов нету куда ехать. Сейчас знаешь, как легко сделаем? Ты двигайся на стуху. Аккурат, забирай этот порошок, и твоя задача будет позвонить дяде Сереже и назначить встречу. Он будет орать, будет психовать, что? Просто назначить встречу, чтобы завтра встретить в 7 часов. Скажи завтра, все объясни. Чтобы он ничего не понял, чтобы ничего не было лишнего. Давай, мы с вами поехали. Они хотят теперь давай, подставить своего босса, короче. Всех подставили. А, про Жеку забыли, кстати. Может быть, там, да, конечно, им уже похуй на него. Персонаж просто ушел. Конечно, не хуй. Да нет, частично как бы, там ситуация, посмотрю. Вот, потому что мне вообще вот это все, вся эта хрень не нравится. Сейчас я съезжу, заберу и буду с ним тогда созваниваться, встречаться и тебе наберу как раз. Ну давай, ты скажешь. Это ну все, пацаны, Леха, ты понял, что надо сделать? Да, да, да. Поехали, Ваня, садимся, доберешь ли сам? Давай. Сейчас опять дрифтят. Я тачка. А машин так вот. Блин, бензин кончился. Что делать-то, блин? Не заводится? Конечно, бензина нет, поэтому она не заводится. Не заводится. Папки есть, заправка вон есть. Откуда она? Вон заправка, видишь? Ну? 5-литровая бутылка есть. Была в багажнике. Погнали, все. Только что день был, по-моему. Да. Давай, Ваня! Ну иди, если ты на две кружки подъехали, блядь. Возьмешь бензином, не спалил. Опять я? О, день уже опять. А кто еще? Давай, иди давай. Да предчувствие у меня сегодня плохое, вот так. Я не пойду. О, блядь, тут ты черт. Я раньше знал, что ты черт, сейчас черт вдвойне, блядь. Черт вдвойне. Сколько лет, буду не слить в обед. Сколько лет, ждал новых побед. Сколько лет не видел света в облаках. Сколько лет бежал по ступам по демитка. Молота было то, коли ты никто. Ноги гудят обылом. Вот там стоят девчонки, смотрят, как снимают. Они же пятнаху намутили с чувака, вот, типа, с фейковой аварии. Чё, у них нет денег заправиться, 300 рублей? Ну нет, там сколько прошло-то, мы не знаем, что было-то. Чё без меня делать, я не можешь? Я вторую позицию нашёл. Ну так иди быстренько, пока там никого нет, наливай. Иди в чертов, иди, давай. Так он вообще ни хрена, у него пустая, он с пустой бутылкой пришёл. Ничего сделать без меня не могут. Буду искать, да согреют крутые морозы, руки под пальто. Буду лицо ладонью, пришел. Два раза один тот же кадр, чтобы второй ставил. Молодая погодник, где же нет опомин. Сейчас она его как наебать. О, нифига. Опа, девчонки, на, девчонки, давай. Тормози, давай, сейчас книга зажгу. Простите, обознался. Ёбаный рот, опять спалился. День, ночь, похер вообще. Чувань, ты видишь, как 238 рублей, это даже не хватит. Ну да. Опа, гелик. Слушай, у них еще все машины вот эти крутые на нормальных номерах. То ли они их делали, то ли они так и ездят. Ноги отряхни. Сухо же. Здорово, Богдана. Здорово. Да хорошо все, дай бог, хорошо. Ну, все, это, разговаривали сегодня, встречались, типа, ехай. Документы, короче, которые здесь Сережа охотятся, и таких вот они все вместе здесь. Я просто вообще не знаю, что делать. Ладно, не будет. Ваши документы. Давай глянем. Что ты нам тут принес? О, знакомые лица. Так, ну эту информацию мы знаем. И эту мы знаем.
это вообще какая-то прошлогодняя. Прошлогодняя. Нам все эти материалы знакомы, поэтому... А что за член? Вот этот чел снимается, вот он снимался в «Дети 90-х», короче. Ебать, тут вселенная схлестнулась, короче. Интересно. Как прессуют, дядя Сережа прессует. Нам что делать-то? Ты же обещал... Ну, у них поинтереснее сериал, на самом деле. Такой же, такая же параш, но там хотя повествование нормальное. Давно посем. Все повода не было, а тут... Для старого школьного... Это типа отсылка, походу, на вот тот. В общем, схема какая? Нормально. Завтра вот это приезжает, как только ты ему документы передаешь, все сразу на пол падает, и дальше мы работаем. Не, Богдану вообще респект, на самом деле. Старается, что-то делает, крутится, вертится вообще. Под ногами не путайтесь, сторонку отползите. Как все закончится, выползите. Понял? Ну все, они подставили своего работодателя, охуенно вообще. Такая музыка. Да? Это же и что, ты где? Дайте, Серёж. Я уже подъехал. 3 минуты. 3 минуты, я буду. Все, иду. Дом офицеров. Да, Леш. Алло, Ваня. Че, где? Да не знаю, он в гелика сел. Смотри, я же сказал, что он нахуй. Он сдаст нас нахуй. Все, я, короче, на нервике, я пошел сюда. Сережа, сейчас. Все, я сейчас все могу сказать. Не отключайся. Бля, кинул пацанов, короче. А, да, Макс, помнишь, это, типа, ты тебе рассказывал, хрумякнули там еще? Какого типа? Ну, дядя Сережа мутку, когда она отправил. А, все. Да, мы в курсе, не переживай. Это дядя Сережа гет. Так что ступай себе. Все. А, вот он, мент, короче, которого забрали. Да. Все. Да, он один. Так, ну. Я был 2 дня! Экшен, экшен пошел. Опа, вот это склейк. Короче, уехал. Выходи! Все, сейчас будет яму рыть себе, походу. Сюда иди! Где эти кретины, блядь? Где они? Где вы были эти дни? Я сейчас все расскажу, все! Где они? Вас очертели? Знаете ли? А вы мне не осочертели? Где эти два ублюдка? Там у нас когда человека похитили, не русские приехали! Богдан сейчас поехал встречаться с ГИ! Тихо, успокойся, ну-ка расскажи. Успокойся. Что случилось? Сейчас я отдышусь. Давай рожай! Короче, когда мы документы забрали, мы приехали на точку туда, к нам. Богдан вообще даже не дал их посмотреть, я хотел посмотреть, что за документы. Потом зэк мне позвонил, я поехал его забрать. Только подъезжаю, сотру его в тачку, какие-то не русские, я закидываю. Ага. Я приезжаю обратно, все это рассказываю. Им вообще срать было. Я говорю, поехали в баню. Я говорю, какая баня? У нас человека, говорю, похитили. Все. А что мне делать? Что я один сделал? Я с ними поехал, вообще никакого желания не было. Все, в бане, короче. Желания не было, но накидался и тусил со всеми. Когда в баню приехал, я в машине сижу, смотрю, Богдан тут мент какой-то звонил, какой-то. Я забыл как. Короче, не суть, какое-то она там звание какое-то было точно. Да? И все, да, и он уехал, короче. Так. Мы в бане с Ваней сидим, я ему начинаю, короче, Ване рассказывать. Я говорю, Богдан-то, походу, переметнулся, там, с усраем работать. Ваня меня чуть-чуть в бане не отпиздил за эту хуйню. Сейчас еще выяснишь, что Богдан, на самом деле, секс дал. Все, Богдан, короче, потом приехал. Мы поехали с бань, и потом в мусарню мы попали. А в мусарне когда были, так. Короче, мы почти ночь там провели. Ваню вызываю. Я думал, что это вы нас Ваню вызвали, потому что... Я такой понос изо рта, я в ахуе, блядь. Там какая-то его знакомая... Просто пересказывает все серии, короче, которые... Да, просто понос, и причем так там ужасно. Это отлезал, видимо, своей знакомой, но да, нас выпустили заново. Мы потом на колеса упали, и за нами давай какой-то тип, видимо, следить. Мы остановились, короче, что с этими, на нерусских хотели выйти. И все, и потом смотрим, короче, тип какой-то со стволом идет. Мы, короче, боком улетели, за нами тип. Вот этот вот, походу, да, вот этот нерусский. Мне кажется, сценарий также писался, короче. Да мне кажется, не было сценария, Богдан сам придумал, потом пришел и вот так же все пересказал. Ну, короче, тема такая, мы там сначала вот так, потом вот так, и все, пошли снимать. Мне кажется, никто сценарий не видел. И был, который, короче, зэка похитил, мы приехали в общественное место, короче, чтоб нас не завалили. Я даже и потом... А дядя Сережа прям ничего нас слушает. Страшно было. Богдан, короче, вышел, я не знаю, потом, когда они уже, ну, пообщались, Богдан сел, он сказал, короче, что вы... Он вам стрелку забил на старой ментовке, короче. Какой не русский? Я не знаю. В Аге, что ли? Да, на бумере ездит. На бумере, борода? Да. Вот, короче, и сейчас они, я не знаю, там вообще с кем. Я вообще не знаю, что делать. У вас какие-то бурные выходные, да, ребята, были. Я вообще, я чуть не посидел, правда, я, Сережа, я не знаю вообще. Ваня вообще на его стороне, если да, он, походу, тоже такой же. Все, ладно, успокойся, пойдем. Пойдем, садись в машину, успокаивайся, давай.
Да, Сережа, а вы у меня программу защиты свидетеля возьмете? Ты побольше американских фильмов. Смотри, садись, сейчас поговорим. А Сережа тоже мне сюда? Оказался, да. Ты не переживай. Сейчас этого всего не было. Никому ни слова. Сейчас звони Богдану и говори, что встреча состоится. Че, сейчас? Сейчас давайте. Поедем домой. Да. Ты, главное, успокойся и будь всегда на связи. Что-то голова закружилась. Не переживай, поехали. От таких событий у меня тоже голова закружилась. Кульминация пошла. Ну все это, 7 серий у них там, по-моему. Не, это, по-моему, последняя. Че, Леха, спишь? Да нет, ты сколько готовился, вас ждал. Чего рассказывай, как там дядя Сережа пришел все? Да нормально, как бы это то, что ты мне сказал ему сказать, и то ему сказал, и все. Ну, завтра на 8 часов а еще, там на старой винтовке он сказал, приедет. Ну, да. Ну, это, да, ну типа. Да, вроде как бы это ничего такого. Ну. А теперь слушайте меня, я маленько интегрировал ситуацию. Смотрите, дядя Сережа у нас тут самому. Сусом, причем конкретно. Да, поставил конкретно. Помнишь, когда документы мы начали у прокурора забрать? Ну. Помните, да? Ну, так там это документы делали. Были нифига не нас. Чего сказал? Вот он так сценарий объясняет, короче. Это типа Кент, это изначально было с самого начала все продумано, чтобы просто нас заманить, и просто мы будем разменом монеты, которую выполнять. Все, что он захочет. В смысле, а как ты вообще это все понял, что он нас подставил? Так он же звонил, когда сказал, что типа, я пойду все расскажу, а теперь такой, да не, все нормально, все по плану, все сделал. Нашел, что ты сказал? Ты не мог потерять. Когда ключи, это ключи! Я, сука, не удивлюсь, что это твои! Да, вот именно тогда еще заразилась нотка сомнения, как это все получилось. А когда документы мы украли, помнишь? Я их открыл, посмотрел, там какой ни слова про нас не против... Какой кошмар, молодец. Богдан разгадал коварный план Сережи. Да. Богдан рассказывает там твист просто Сережа, словами, чтобы это самое, чтобы не снимать всю эту хуйню. Вот лучше баньку снять, там, шашлычки. Что он тебе приделать? Короче, есть у меня один друг, товарищ с детства еще. Он занимается как раз по таким делам. Вот именно сейчас мы с вами ездили и встречались с ним. Посмотрел документики все и обещал нам помочь. Так что, ребята, завтра у вас сложный день. Сейчас ложимся, отсыпаемся. И завтра, как начинается весь замес, просто падаем, лежим. И все, забываем это, как страшный сон. Ну, доброй ночи, ложимся спать. Нормально. Все, нахуй, пацаны, что такое? Все, останавливай. Я нахуй так больше не могу. Все, тормози, давай. Тормози. Что случилось? Все, пацаны, тормози. Что случилось? Выходи. Что случилось? Выходи. В машине бомба. Реально. Чего орешь, Леша? Успокойся, нам ехать надо. Да не, он сейчас скажет, что сдал. Когда, короче, дядя Сережа встретился, я не знаю, в этой ситуации первый раз, вот там с наездами, с какими-то, короче, я на всех сдал. Вот там. Прошу прощения у вас, короче. На, Богдан, забирай. Я не знаю, что там. Что ты ему сказал? Вообще все рассказал. Вообще все, что было. Да, я не знаю, короче, что там сейчас будет. Реально, я чертом. Пацаны, все, надо успокоиться. Нам надо сейчас забрать цепь. Реально, чертом. Чертом. Главное, броник одень. Откуда у него броник, кстати? Одену, Леша, сейчас мы просто едем, делаем до конца все и разбегаемся, забываем это. Одевай, пожалуйста. Да одену. Все, давай. Надену. Ваня, ну тебе не досталось. А, к тебе снаружи? Да, сюда направо. Опа-на. Что за движение? Объедьте машину просто, не? Опа. Там кто стоит, Лёха, какой идет? А менту еще форма мала, ты видишь? Да. Ему форма мала, смотри. Ну, слушай, какую нашли? Бля, разъёб вообще. Ай, блядь, ай. Блин, все нашивки убрали, кстати, полиция. Ай, блядь. Ай, блядь. Чё там? У тебя щелкает эта хуйня? Нет. Ну-ка. У меня, что ли, Дискорд? Ну, пропускай их. У меня звук пердит, у тебя нет? Нет. Перезапусти трансляцию, пожалуйста. Да. Вот. Так. Просто выключи и заново демонстрацию включи. Такое бывает в Дискорде. Так, останови трансляцию и запустить. Все верно. Нет, он там что-то щелкает. Просто заново включи, да. Почему? Не стрим остановить, а в Дискорде трансляция. Так, Дискорд, сейчас я найду, блин, тут миллион окон. Сейчас мы... Her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a
tased, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. Так, народ, ждем Даню. Читаем комментарии. Слава богу, мы теперь мы хотя бы не видим ту парашу, которую не смотрели. Последняя серия, ребят, последняя. Все. Это каша? Нет, это Максим сзади. Максим, покажись людям. А я напоминаю, чтобы увидеть качественное кино уже осенью, вы можете поддержать нас донатами. Приятный, да, голос у Максима? Ку, Максим, видишь, все тебя респектуют. Что вообще, как дела, ребят? Алло. Так, ты тут? Чего мне не показываете? Все? Да. Видишь? Я не вижу ничего. Че, давай по звуку посмотрим. Нет, вот стрим сейчас. Все, давай. Сержант Петров. Проезжает только одна машина. Чё, мент, охуел или чё? Дерзкий чел, дерзкий. Старшему. Хуя, блядь. Только одна машина или разворачивайтесь. Похуй вообще на тебя. Ребят, короче, здесь тормозите, сами с этим Серёжа решим. Бля, вообще не палево. Только одна машина, ну ладно. Ах ты, Сергей Сергеевич, хитрожопая твоя душа. Ребята, тут просто и двое в холдинге. О, нифига, понял, у него нифига, там типа микрофон. Обрабатываем обоих. Принял тебя. Готовы? Ого, вот это масштаб. Они же сказали, что маски шоу будет. Ну, слушай, подготовились, все прям, ребят нашли. Ну, выглядит хорошо, да. Сейчас будет, короче. Быстрее, машина, быстрее, машина! Быстрее, быстрее! У нас будет... Минивенчик еще, заебись. Вон он там на фоне стоит, кстати, этот минивен. Я не думаю, что это две одинаковые машины. Блин, зачем так палиться, ребят? Ну что, пацаны, готовы? Да, маленечко. Есть такое. Ну все, вон этот мистер Кредо приехал. Выходим. Мистер Кредо. А фургона-то уже нет сзади. Ну что, клоуны, долго бегать ли? Да мы, собственно, никуда не бегаем, мы просто организовали встречу. Я о чем не с вами коммерсами разговариваю? Тебе мне говорит мусор. Далеко. Опа! Нормально еще? Нормально. Просто толкнули. А он отобрал, молодец, заново. Валите их, я задержу! Ладно, дед! Руки на компот! Руки на компот! Развязка. Пацана подстрелили. А блин, он же отдал свой броник, представляешь? А если бы не отдал? Вот это сюжетный поворот. Так. А этот чувак вокруг него вертится. Что происходит-то? Надо друга-то спасать. Лёша, 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 что там? Лёша, Лёша, Аня, Аня! Он два круга прокатился. А он такой, Лёша? Ты видел, да? Это гениально. Смотри, сейчас такой... Лёша! Лёша, 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 что там? Лёша, Лёша, Аня, Аня! Ему не поможем! На свободе мы ему нужны! Вспоминаем. Он, походу, умрёт.
вспоминает, Богдан, он вспоминает, как он украл сумку, где его не было. Бля, разъёб, бля. Он бы еще, знаешь, вспоминал, как Лешу мама в детстве растила. Типа, он тут при чем, блядь? Сука, ну и хуйня, боже, блядь. Ты, блядь, за рулем сидел, а? Ты, блядь, за рулем. Я приезжаю обратно. И он это тоже не видел же. Блядь, да, он вспоминает то, где его не было. Я в ахуе, блядь, сука. Говорит, поехали в баню. Какая баня? У нас человека, говорю, похитили. Леша, 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 что? А куртка целая. Леша! Опа! Вот это трюк! Вот этот! Вот просто обижать нельзя было! Да это ж Мурик уже! Давай зайдем! Все. Леха, Леха! Леха черники поел все. Сергей Сергеевич, добрый день. Да пошел ты. Да я-то пойду. А ты-то посидишь и подолго тебя там. Ой, еще какие интересные лица. Ты что, на Мистракадов музыкант? Быстро пашка, дай пирожка. Денечек у вас говно, ребята. Сколько бы ты ни колесил по жизни, братка, сколько бы ни ломал осадка, порой гадка. Самая сладкая, не ломай, ходи! Сладкая правда, матка, бывало... Почему они в другую сторону побежали? Больной во благо порядка, белым флагом порядка, машут наши враги, любовь она в враге, братуха, прикинь, мой прикид, прикинь, битые кулаки, жмет свита на курке, а ты остынь по пикуке, только бы ты не колесил, братан, да, порой она пойдя, кашеваланда, без праздничного Ваня, блядь, чё случилось? Баку колет, короче, когда долго бегаешь. Побежали, говорю, могу я, да побежали, говорю, 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 о, вообще офигенно. Все, братан, я все. А они же там вообще рядом бегут друг за другом. Да, они прям за другом. Ложись, ложись сюда. Ложись. Сейчас как только выйдешь от них, позвони мне сразу, понял, с любого номера. На себя отличу от тебя. Я тоже ничего не вижу, куда стрелять. Типа чувак еще один. Не в курсах. А, не о, по белой бумажке вон. На нахуй. Метка. Ты по этой жизни не колесил, под левотоку бензина, бейся, что из сил. Полосы держи свои, то, что наметил, сука. Пусть нелегка дорога, и пускай препятствий много. Итогом будет все то, к чему так долго ты шел. Запомни, брат, жизнь не колесил. Он своего друга взял, подставил. Охуенно. Да вообще охрененные дружбаны. Жека, где? Ты где вообще мега, Жека, мега где бразер. Зэк? Где Зэк-то? Близкие поймут, любимые раны залечат. Не выезжай на встречку, если ждут на конечность. Здорово, братан. А таксист, таксист, таксист. А, нифига, смотри, какой твист, да, персонаж. Нормально. Опять ты? Как пили? Нет, отмечешь. Завалили меня. Завалили. Да не забуярю. Сейчас он его ограбит, короче. Лёха, я просто не аккуратней. Снимай. У него же броник был. Снимай, ты быстрее, больно же. Да нахуй ты его раздеваешь, за ним погоня, блядь. Подожди, у тебя пуля в бронежилете. Ты всё, что ли? Всё. Он притворялся все это время, короче. Не, ну вообще, когда в броник попадает, мега больно. Ну, то есть, ты урона сильного нет, но там кости... Кости ломаются, вся хуйня, это мега больно. Поэтому можно подумать, что тебя застрелили здесь. О, кто мне там звонит? Известно номер. О, Ванька! Ванька! А, да! Который я кинул. Думал, ты сбежал. Сколько бы ты ни колесил по жизни. Так, выход следующей серии зависит только от вас, а точнее в помощи распространения данного контента. Наши труды длились больше 6 месяцев. Мы не, блядь, за не просим донаты, мы хотим, чтобы как можно больше зрителей увидели это. Мы хотим просмотров, чтобы потом заработать больше, чем с донатов. Я правильно говорю? И все, блядь. Все, мы ну, короче, сериал, ну вот естественно, я же не чуваков оскорбляю сейчас, а персонажей.
просто мразот конченых. Ну реально, просто компания мразот. У каждого что-то там друга приняли. Да похуй, пойдем в баньку, бля. Он даже когда сбежал, взял своего друга, положил в канаву, чтобы его быстрее нашли, чем его, нахуй. Босса своего подставил. То есть вообще принципов у людей ноль. На это смотреть прям тошно, прям. Ну, слушай, может, так и живут люди там? Да хуй знает, блядь. Ну, не знаю. Если в кино вот так вот таких людей показывают, обычно они должны как-то понести наказание или типа такого. Ну, типа, вот смотри, у тебя есть персонаж, который, ну, конченая мразь, подставляет друзей, подставляет на кого работу, то есть беспринципиальный. Естественно, это же должно к чему-то привести, что он как-то осознал свое мразотство, либо понес наказание за это. Но это же к чему-то должно привести. А просто по факту чувак, типа, ну, чувак мразота, который там всех подставлял и так далее, чисто в свое удовольствие, свой кайф жил там, постоянно друзьям, иди, бензин слей, а не я, типа. И он в итоге единственный, кто выжил, бля, ну, в целости остался. Охуительно вообще. Ему просто фартануло, на самом деле. Тем не фартануло, этому фартануло. Охуенно. Ну, он не мог умереть, на самом деле, это же Богдан Богданов. Это правда. Богдан Богданов живет. У него не, вообще, персонажи ужаснейшие просто, блядь. Смотреть. Богдан Богданов, если ты смотришь, огромный респект, что ты стараешься что-то снимать. Нет, это, конечно. Ну, я говорю, я про персонажа говорил, про мразотство и так далее. Естественно, я про людей, ну, такого говорить не собираюсь, естественно. Вот. Попробуйте сделать более человечного. Хотя, мне кажется, у него есть, тут полно. Мы когда-нибудь еще посмотрим. Я думаю, еще кто-то залетит на стрим, мы продолжим. Вот, смотреть. Пис, мы долго сидим, на самом деле. Да, да я все уже, меня уже трезвонит, мне надо идти тоже по делам сейчас. Такая же тема. Короче, народ, это был стрим в поддержку фильма «Я приду», который выйдет осенью 2022 года, ну то есть этого года. Вот, поддержать вы можете донатами, подпиской, лайками. Вот, да, давайте еще раз, те, кто подключился, посмотрим трейлер и завершаем наш стримчанский. Было очень весело. Пам. Вот бы била ЕГЭ по трейлеру. Жалко, Богдана не сняли вот тут. Мы сами все придумали. А сейчас ты что, струсил? Прикинь, если он меня увидит. А если узнает, мы просто раздобудем денег. Тайком. Если ты хочешь, чтобы что-то снимались, то на... Мы снимали на Red. Трейлер, кстати, монтировал Максим. Вот. А красил, если знаете, такой блогер тоже есть, Василий Костомаров. Я не знаю. Колорист. Надо пойти. Что, на гитаре-то тяжело учиться играть? Ну знаешь, кому как. А меня научишь? Давай попробуем. Деньги есть? Есть. Ты куда ты пойдешь? Мне все равно. Куда ты пойдешь? Понимаешь, там, куда я иду, ты не нужен. И вообще от этого только одни неприятности. Чего там говорили? Доверяйся мне, да? Тут на машине приезжали, ездили, всех спрашивали. Я вам больше всех верил, понимаете, да? Больше всех. Фильм доверял. Про беглого зэка, ребят. А вы... Это он с тюрьмы сбежал. Ну да, да. Из детской... По сценарию, короче, это детская. А, серьезно? На лавочке, да. И ждать, пока он вернется. У него есть одна минута. Короче, по сценарию это была детская колония, но, как оказалось, у нас нет детских колоний сейчас. Сейчас это называется спецшкола. Чтобы у детей, которые дипломы там получают, было написано спецшкола просто. Ну да-да-да, понял, прикольно. Вот. И сцены, которые мы снимали, типа, в колонии, ну да, вот это спецшколе, это настоящая спецшкола в Казани. Левенчика она находится. И там есть один актер, антагонист. Он один из воспитанников спецшколы. Он прям на съемках напросился. Мы ему написали роль. Вот.
обучили его всему, и он снялся в кино. Надеюсь, это как-то повлияло на его жизнь. Вот. Всем. Ну, понято. Ну что, тогда прощаться будем. Да, спасибо, Дань, что посетил мой стрим. Спасибо, что позвали. Вот. Стримы будут каждую неделю. Новые блогеры, новые лица. Вот. Всем пока. Подписываемся. Подписываемся, да. Все, Дань, пока. Ну все тогда, давай, удачки. Спасибо. Сейчас я вебку если вырублю. Я вырубился на стриме? Да. О, все. Все, господа, всем пока. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что позвали. Все, покусики, я пойду заниматься делами. Пока. Че, народ, всем спасибо, кто посетил стрим. Немножечко узнали про такого человека, как Богдан Богданов. Немножечко узнали про меня. Пишите в комментариях, кого пригласить следующего на стрим. Кто вам интересен, я обязательно постараюсь с ним связаться и пригласить уже на следующей неделе стрим. Буду стримить по два раза в неделю. Один сам и один с приглашенным блогером, звездой. Будет стрим с продюсером фильма, с оператором фильма, с сценаристом фильма. Если вам интересна вообще тема кино. Вот, еще почитаем немножечко. Спасибо, все, йоу, спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал, там будут новости касательно моей жизни, касательно фильма. Вот, все вырученные деньги с донатов пойдут на продвижение фильма. Жду вас всех в кино. Зовите Леху. Леха умер, все. Броник не надел. Ильдару Бугунова, так. Богдан Богданов. Слушай, это будет прикольно, если мы его найдем. И позовем на стрим и посмотрим пару фильмов с ним. Интересные темы. Единственное, у меня вопрос, как он технически сможет ли с нами связаться, все это организовать. Вот. А, так, зови Мазило, так. Ага. Так. Ага, Егор Крид. Не дай бог. Вот. Давайте, давайте наберем. Сколько мы наберем максимум лайков? Там уже 250-60. Давайте 1000 лайков набираем. 1000 лайков. Делаем репосты. И я зову Богдан Богданова. Постараюсь его найти, выйду на него и провести стрим с Богданом Богдановым. Вот. Ильдар Джарахов, ну. Мелковато для нас слишком. Козловского. Только если не Даню. Ну, Мазилов. Попробуем. 1000 лайков, ребята, и Богдан Богданов на этом канале. Будем смотреть с ним фильмы. Мефисто, да. Мефисто, мы с ним на контакте. На самом деле, по секрету скажу, что это, скорее всего, по возможности будет следующим гостем. Тысяча лайков, Богдан Богданов. И, надеюсь, Мефисто на следующей неделе. Всем спасибо. Спасибо за стрим. Было круто. Атмосферник. Пока. Так, останавливаем.